Отлично. То есть мы говорим сегодня обо всем. Да. Давайте мы сегодня говорим обо всем. Отлично. Согласен. Очень сложно все это разделить. Наверное, вот эти связи являются самым ценным. Вот. Я, безусловно, не претендую ни на какую истину. Я за то, чтобы мы спорили. Если будут альтернативные мнения, люди много уделяют вниманию, там сами с собой разговаривают, есть какие-то, наверное, оценки, важные мысли. Давайте их тоже обсуждать. То есть чем более открытый такой у нас получается форум, тем интереснее, в том числе мне. Вот. Давайте теперь про спорт, чтобы здесь конкретизировать. Кто относится к этому, как, ну, скажем так, это такой очень хороший тренд, то есть вот быть подтянутым, спортивным, не бухать, условно говоря, еще что-то не делать, восстанавливаться спортом, ходить со спортивными часами, я, кстати, сегодня со спортивными часами, вот. И это вот очень важно, поэтому имидж, меня так от этого имиджа прет. Мне кажется, что скорее всего это важно. Я не знаю пока, зачем мне это, но вот имидж для меня самое важное, я поэтому занимаюсь спортом. Есть здесь такие, честно? Ни одного. Вот один, вот мой партнер по бизнесу решил поднять руку. Я очень ценю, Вань, да, я считаю, что да. Ну, на всякий случай, я вот с вами. Ты и так худой по жизни, тебе вообще ничего нет. Можешь говорить, что я бегаю марафон, и все поверят, такая фигура. Вот, ест все подряд человек, очень худой, все завидуют, да. Соответственно, у кого спорт – это категория, ну, скажем так, поставил цель, неважно, какая она, для кого-то 5 километров, для кого-то 10, кого-то ультрамарафон, а может быть, какая-то многодневная гонка, но я к этой цели упорно иду, и мне очень важно дойти до этой цели, а там посмотрим. Есть такие? Ну, такая достаточно, ну, мне кажется, нормальная категория, да. Вот. А еще есть такая категория, как для меня спорт – это возможность увидеть новых людей, познакомиться с этими людьми, увидеть новые города, страны, там, изучить культуру. То есть для меня это, ну, какая-то возможность познания. И то, что спорт – это позитивно, ну, хороший повод вот войти в новое сообщество. Вот так кто-то на это смотрит. Вот, замечательно. Я очень рад, потому что я именно так сейчас на это смотрю. Допустим, если мы уже перейдем к моей персонали, я прошел все стадии. Вот когда я задаю вопросы, я был во всех абсолютно ипостасях. То есть меня абсолютно перло от того, что я считал, что я должен обязательно когда-то сделать ультрамен. И мне казалось, что в этом, в принципе, и есть смысл жизни. То есть если я его не сделаю, то я не понимаю, зачем тогда я начал заниматься. Вот как альпинист. Если альпинист начинает заниматься альпинизмом, скалолазанием, и он не думает зайти на Эверест, мне этот альпинист непонятен, честно скажу. То есть вот так. Я говорю, что если есть Эверест, и он стоит, и он где-то там существует, и вот человек этим занимается, почему он не планирует это? Не обязательно сейчас, а когда-то. Ну, то есть это конечная цель. Почему эту цель не ставить? Ну, вопрос денежный убираем. Там. Понятно, что деньги – это повод, это стоит минимум, как я понимаю, около 45 тысяч долларов. Цена растет, количество людей увеличивается, есть ботлнеки. Это потому, что войти на Эверест – это сопряжено со смертью? Согласен. Да, это тоже такой повод. Это, допустим, для меня точно не является стоп-фактором никаким. То есть мне кажется, что если ты разумно ко всему готовишься, есть определенный протокол, связанный с тем, как, какие вершины пройти, ты можешь в какой-то момент ответить, да, мы все не одинаковые, для тебя это, по сути, летальный исход, но более вероятностный, на вот этих вот подъемах более сложных категорий, гораздо бывает, все мы, как называется, ближе к Северному полюсу, она на Аляске находится, которая там, где высоты, как называется? Маккинли. Маккинли, да, Маккинли. Вот там, говорят, можно ту или иную степень симулирования поиметь. Но, то есть как-то спрогнозировать там, самочувствие на Эвересте. Но, естественно, это не будет то же самое. Вот, поэтому, да, согласен, вопрос, наверное, не совсем линейный, но я так к этому отношусь. То есть я считаю, что если есть вершина где-то, то вот ты ее определил, к ней идешь. Ну, соответственно, люди разные, я не говорю, что это обязательно такая истина. Вот, мне как бы здесь это понятно. Хорошо. В целом, поскольку нам надо все те категории, которые я определил, связать, я предлагаю вот тему такого нашего сегодняшнего обсуждения начать с того, что есть вообще вот для меня, опять скажу о своих ощущениях, что для меня есть все вместе. Вот прогнозирование в жизни, я отношусь к жизни, к возможности развития, к бизнес-карьере, к формированию, ну, скажем так, отношений долгосрочных в семье, то есть как отношусь к детям, соответственно, ну, потенциально к внукам, надеюсь. Вот. Ну, мне кажется, это очень-очень-очень длинный ультрамарафон, наша жизнь, да, и если все хотеть очень быстро сделать здесь и сейчас,
то будут те же самые проблемы, которые мы имеем при подготовке к каким-то спортивным соревнованиям. Но это совсем если примитивно. То есть я отношусь ко всему, ко всем событиям в разных ипостасях жизни, бизнесу, как я сказал, отношениям в семье, там, массе своих увлечений, как если я где-то чего-то хочу достичь, как к такой длинной, сложной ультрамарафонской дистанции, к которой надо долго готовиться, вот, поставить цель обратным отчетом, наметить какие-то барьерные точки, к ним очень внимательно идти, методом иногда проб и ошибок, там, что, да, там, для себя выясняя, где-то, может быть, откатываясь назад, становясь лучше и продолжать это все вперед. То есть для меня спорт, вот эти активные занятия эндуренсом, именно тем спортом, который ну, не требует, как игра в хоккей, допустим, или в футбол, это такой короткий позыв, там тоже, наверное, можно прогрессировать долго, но для меня это больше короткая эмоция. Вот спорт на выносливость, для меня это очень серьезная философская категория, отношение к нему такая же, как отношение к возможности развития во всех категориях жизни. Вот. Бизнес здесь на первом месте. То есть если какие-то есть долгосрочные бизнес-задачи, и кажется, что они на сегодняшний день нерешаемы, то чем более амбициозная цель, тем больше она меня заводит, и я готов к ней очень-очень долго, много лет идти. И я каждый раз для себя понимаю, я на верном пути или нет, когда вот проходит какое-то определенное количественное изменение, переходит в качественное, и можно отдать себе отчет и что-то поменять. Вот. Потом можно там пройтись по вопросам, но в бизнес-карьере у меня масса изменений, даже и в данный момент она происходит, и приходится заниматься совершенно теми вещами, которыми мне заниматься не свойственно. Приведу сразу пример. Если вы откроете Алексей Панферов, как мне объясняет сын, и нажмете на кнопку «Новости», то за вчерашний день вы увидите, Алексей Панферов нанял бандитов, и он сам бандит, чтобы вывести бедных ипотечных вкладчиков из своего банка. То есть, ну вот, это будет такая новость. То есть я занимаюсь чем? По сути, есть определенное количество недовольных ипотечных вкладчиков, которые когда-то, там, ну, условно, в 2008 году взяли валютную ипотеку. Ну и, соответственно, сейчас условия и жизненно изменились, а все кредиты долгие, кредиты иногда бывают до пенсионного возраста. То есть понятно, что-то будет происходить. У нас произошла девальвация, в этой девальвации объявили всех, кроме собственного планирования. Ну, соответственно, во всех договорах есть там большие разделы о том, что это огромные риски, курс нестабильный, никаких гарантий нет. Но вот у некоторых людей действительно есть социальный статус, а у каких-то людей, которые прикрывают щитом социально значимых клиентов, пытаются решить просто свои бизнес-вопросы, ну и шантажируют банк. И приходится заниматься в том числе этими вещами. Поэтому в данный момент такой марафон долгосрочный, это огромное количество клиентов. Наш банк приобрел портфель банка Nordea, соответственно, западный банк, который прекращает свою активность. Ну вот, я никогда не занимался такими вещами. То есть надо понять и войти в ситуацию каждого социально значимого клиента банка, понять, что у него произошло, почему он не может обслуживать, как мы можем пойти навстречу. Вот. Если к этому отнестись как к очень короткому эпизоду, ничего не получится. То есть приходится очень долго разбираться и понимать, что ну, там, срок кредита длинный, потенциально банк в этом будет жить до 2041 года по каким-то вкладчикам. Соответственно, все может меняться в жизни, может происходить от того, какая реструктуризация этого актива, от этого зависит масса всего. Ну так, в принципе, пытался лаконично объяснить. То есть я к этому отношусь точно так же. Пытаюсь очень-очень вдумчиво войти в сложный, казалось бы, там, с одной стороны, мы говорим, ипотечный кредит – легкий продукт, на самом деле, но очень сложный продукт, там есть масса вводных. Есть программа АЖК, программа получения материнского капитала. Если кто-то с этим сталкивался, это не обязательно относится к валютной ипотеке, а вообще к любой. Но, тем не менее, это вот такая история. Поэтому надо привыкать к тому, что есть там шантажисты. Шантажисты там, неважно, смотрят на интернет. На меня нет ни одной зацепки, я не играю ни в каких покер-клубах. Там не запят ни в каких историях. Ну, значит, просто надо мочить, он бандит, и все, он там долгие годы, все там 46 лет скрывался умело. Ну, соответственно, сейчас мы его разоблачили, вот у него такие методы. Вот, все бывает. Здесь, я так скажу, здесь вот этот весь тренинг, спорт очень здорово помогает просто не сойти с ума, когда в день приходит куча людей, в них надо отличать хороших от плохих, вот, и не всегда это можно сделать, но, тем не менее, какая-то возможность такая вот глубоко пообщаться с сидящим напротив тебя человеком, но она появляется. Вот. Также, о чем мне хотелось поговорить, я считаю, что в категории такого долгосрочного планирования очень важен каждый день. То есть, когда мы все... Вопрос простой. Мы там с утра встали, зачем-то мы идем на работу, у нас какая-то рутина есть, мы ставим туда тренировки, нам кажется, что это важно. Вот.
Я как к этому отношусь? Я никогда не думал, что занятие спортом, активным спортом, который, наоборот, оттягивает время, может сделать твою жизнь гораздо более эффективной. Почему? Потому что ты начинаешь обдумывать такое количество нюансов, чем более сложная гонка, в которой ты выступаешь, тем больше вероятность физических повреждений, которые ты можешь нанести своему здоровью. Не обязательно травмы физических, но там связаны с сердечно-сосудистой системой, там, особенно когда это был какой-нибудь там ультрамен или еще у меня там были всякие истории в жизни. То есть твое планирование, у тебя мозг начинает работать очень эффективно. То есть когда человек начинает выживать в таких условиях, наверняка кто-то здесь с этим сталкивался, вот, он начинает работать как очень четкий калькулятор. Уходит все лишнее вообще отпадает, и он начинает думать о том, вот просто обычно, как мне выжить, что мне с этим делать, как мне быть более эффективным, как вот, ну, просто достичь того, что надо достичь для того, чтобы вот сохранить. Ну, я не, за жизнь, наверное, тут борьба не идет, конечно, это не Эверест, но тем не менее, как вообще там, в физически нормальном состоянии пересечь финишную черту. Очень здорово помогает в разных жизненных ситуациях. То есть я никого не призываю загонять себя там, ну, совсем в невменяйку, там, чтобы куда-то там ползти, мучиться, там, может до этого совсем не доводить, но в какой-то марафонской гонке там, можно себя точно попробовать. Вот, почувствовать, как работает ваше сознание, насколько вы в нем эффективны, ну и какие-то свои внутренние мантры, вот, свой способ мышления использовать для решения других жизненных задач. Ну, с многими, с кем я общаюсь вот так вот, но более близко, и говорил об этих там, ощущениях, методиках, что ли, внутренних, многие этим пользуются, это помогает. Это интересная такая категория. Потом, вот недавно я читал лекцию в Плехановской академии для тех ребят, которые, ну, больше занимаются бизнесом, чем просто вот академическим образованием. Неожиданно собралось очень много людей. Вот. Мне говорили, что будут 25-летние, но с кем бы я ни говорил, им всем было 17-18 лет. Я вообще не понимаю, что они меня там слушали. Вот. Если бы я знал, что им 17-18, я бы совершенно по-другому с ними разговаривал, но вроде кто-то что-то понимал. Но и основное количество вопросов было о том, как правильно свой день построить. Вот. Я думаю, что здесь все взрослые люди, и вопрос, ну, такой уже у многих не стоит. Но, тем не менее, есть у меня в целом вот один принцип. Я считаю, все остальное – это вольница. Если есть цели и задачи какие-то параллельно спортивные, есть какие-то амбиции, которые надо решить, но спорт не является основой, основой является и приоритетами являются там, семья, работа, то надо сделать вот эту самую несчастную тренировку в самом начале дня, если это, конечно, не разрушает возможность восстановления, и сон не был особенно коротким. Вот, и потом целый день чувствовать себя свободно. Это вот основной принцип. У каждого это свое время. У кого-то это 7, у кого-то это 8, у кого-то 9. Вот. Но если это получается, ни в коем случае вот это там, не должно тяготить. Других принципов нет. Дальше приоритет бизнесу. Но если и остались силы, ну, соответственно, со всеми извинениями, там, пытаясь как-то свой мозг очистить от эмоций дня, возвращаясь в семью, ну, полностью пытаться переключиться. Вот. Говорю как на духу, у меня здесь сидит сын, он меня видит приходящим с работы. Соответственно, там, обманывать, что я могу полностью и умею переключаться, я точно не буду. Есть замечательные книги, которые пишут о разных аутотренингах, как выкинуть все эмоции рабочего дня, особенно если наваливается так, что вообще разрывает. Вот, потому что это ужасно не помогает. То есть если ты пришел и не выключился, если у тебя есть ответственность ответа на звонок, ну все, ты разрушаешь семейную ауру точно. То есть это портит. И если это накапливается днями, месяцами, годами, ничего хорошего не происходит. Ну то есть великий человек тот, который умеет вот очень здорово найти именно свою формулу переключения. Я вот над этим в данный момент очень сильно работаю. То есть я прочитал такую книгу замечательно, мне ее посоветовали, я... Хочу познакомиться с автором книги, его зовут Бертран Ларсон. Он написал книгу, которая называется «Сейчас». Издательство «Миф», может, кто-то читал. Вот у него есть принцип золотых ступеней. То есть, когда ты пришел домой, ты визуализируешь порог дома, неважно, там есть ступеньки или нет, но как некий рубеж, некий Рубикон, за которым совершенно другая жизнь. Вот если ты сумел вот это сильное психологическое значение придать вот именно этому рубежу, то... Он доказывает то, что после какого-то аутотренинга у тебя получается полностью закрыть ту проблему, которая в твоей голове когда-то крутилась. Вот только что крутилась. Все, ее нет. Можно в машине чуть-чуть посидеть, выдохнуть, переступить ступени. Сейчас через раз получается. Иногда получается, иногда не получается. Вот.
Соответственно, если получается, можно насладиться общением с семьей, даже решением семейных проблем, которые, ну, там, вряд ли наслаждением всегда можно назвать, и потом уснуть спокойно. Если эти мысли остались, ты лег с плохими мыслями, спишь плохо, с утра встал абсолютно не в форме, ну зачем это нужно? То есть, опять-таки, да, наверное, сделать все нельзя, хочется свой день рабочий продлить. Вот здесь должен был быть Максим Журилов, он, соответственно, продлевает свой рабочий день тоже еще где-то, мне не помогает. Хотя в лекции должен был быть, я ощущал его каким-то соведущим, будет мне какие-то вопросы задавать, как-то направлять, да? А, книга называется «Сейчас». Автор Бертран Ларсен, это норвежский психолог, как правильно сказать, он высшего уровня бизнес-консультант, который работает именно по категории, связанной с специальным подходом к оптимизации работы каждого человека, пусть там спортсмен или бизнесмен, но как-то налаживание его быта, это человек, который имеет большое количество методик, сам долго к этому подходил, ну, пишет о своей истории в этой книге. Ну, мне кажется, стоит почитать. Ну, то есть вызывает уважение. Вроде она очень просто написана, но тем не менее можно даже, как я думаю, многие об этом задумывались, какие ценности в жизни, как правильно выбор сделать. Ну, там у каждого стоит выбор в жизни. Вот. Но если человек глубоко не думает о том, каковы его ценности, ради чего он живет, выбор сделать очень сложно. Вернее, его может быть легко сделать, но он будет тогда часто неправильным. А иногда бывает очень сложно принять, потому что категории близки. И вот если у человека есть глубокое понимание в том, для чего он живет и что им движет, тогда этот правильный выбор сделать гораздо легче. Над этим тоже можно все время работать. Но там масса хороших идей. Даже если это вы все понимаете лучше, чем Ларсен, или так же, как он, стоит себя проверить. Я думаю, что эта книга полезна весьма. Вот. Но видно, что человек даже, когда он пишет, что у него все время идет такая борьба над собой. Я думаю, следующая книга выйдет, она будет намного лучше этой. У него несколько изданий было. Вот. Я, честно говоря, об этом много рассуждал, но никогда эти мысли не записывал. А он их очень здорово систематизировал. Вот. Но в целом, наверное, что я еще могу повествовать? Повествовать можно вечно. В целом, вот я, наверное, хотел рассказать о том, что, ну, я вижу спорт как замечательную категорию, дающую свободу человеку. Когда человек свободен физически, он может делать очень многие вещи. Вот. И эти вещи могут его развивать и делать гораздо более широкой личностью в самых разных приложениях. Давайте я приведу пример. Я вообще с чего начал, вот сам как-то, вот я там занимался хоккеем, футболом, теннисом, это более такие игровые виды спорта, мне казалось, что все вот это ужасно скучно. Вот. И в моей жизни был такой интересный эпизод. Я приехал на экскурсию в Южную Африку. И в программе этой экскурсии, такой очень-очень четко построенной, спорта вообще никакого не было. То есть там были все, ну, знаменитые развлекухи, которые есть в ЮАР, начиная с водопада Виктория, прыжка с высоты 111 метров. Ну, там на самом деле 130 метров, но 19 метров не долетаешь до реки Замбези. Раньше можно было делать water touch, сейчас делать нельзя, потому что там какой-то человек сорвался. Ну, там оставляют какой-то вот запас. Вот. Ну, соответственно, это очень интересно. Потом Кейптаун, Йоханнесбург. Но между Преторией, то есть Йоханнесбургом и Кейптауном, идет такой великий поезд, знаменитый, он называется Rolls Rails. Это пятизвездочный поезд, где в каждом вагоне два или три апартамента, как пятизвездочный отель, там мишленовский ресторан. Вот. В поезде среди нашей молодой компании, там 30 лет плюс, следующему самому молодому было 75 лет, чтобы было понятно, да? То есть люди, когда садятся в этот поезд, все в смокингах, вот, ну, они вот это как бы заслужили. Соответственно, вот они едут очень долго, а на самом деле едут выше, то есть они там проезжают из Замбии, и вот то, где мы присоединились к этому поезду на последние полтора дня, это, ну, уже там финальная часть. Соответственно, вот там есть эпическая остановка между, между Йоханнесбургом и Кейптауном, где-то посередине, она называется станция Кимберли. Там знаменитая кимберлитовая трубка, то есть там, где вроде бы первый раз неким системным методом начали добывать алмазы. Вот такая культовая место, сейчас это уже не рабочий разрез, но когда-то он был вот таким образцово-показателем. Характерная форма. Вот, очень интересная история. За 5 километров, совершенно неожиданно. Ну, там всем написали, возьмите с собой спортивную форму. Никто не знал, зачем.
Ну, я типа спортсмен, ну, естественно, возьму, там, вызов приму, если что. Ну, вот. Остановка. Выходит менеджмент поезда ко всем и говорит: ребят, сейчас все одеваем беговую форму и 5 километров вдоль поезда побежим до Кимберли. Вот тут замечательная дорожка, вверх-вниз. С поезда будем вас снимать, поддерживать, хлопать. Там. На финише встретим, кто победит, тот молодец, ему специальный приз. Думаю, я сейчас всех разорву просто. Дедушки, 75 лет, о чем речь? Своих я знаю, они еще коньяк пили, слава богу. То есть, все, конкурентов нет, реальная абсолютная история. Но я выхожу нарядный, там, вот, насколько там у меня все правильно, с формой, там все красиво. Ну, вот. 5 километров, ну, я вообще никогда не бегал так, чтобы системно 5 километров бежать. Ну, наверное, как-то добегу. Как разложиться или еще что-то, у меня даже мысли не было. Такая пыльная дорога, утоптанная земля. Бегу. Ну, там, за мной такой дедушка. Вот, похож на Эйнштейна. Такой, с седой, с черной бородой. Вот я как не обернусь, он висит у меня просто на хвосте. Я не понимаю, у меня очень веревка, что ли, ко мне прицеплена. Я разгоняюсь, короче. Чувак не отстает, вообще не понимаю уже ничего. Ну, дедушка вообще какой-то. Опять. Ну все, я уже дышу тяжело. Не могу оценить, далеко еще бежать или нет. Ну то есть никаких часов у меня нет. Я не понимаю, что такое 5 километров. Рядом едет поезд, там все такие высовываются. Давай. Я думаю, ну вообще сдаться нельзя никак. Может, я не в своем темпе. Сколько осталось? Ничего нельзя рассчитать. Жуткое ощущение. Думаю, нет, я сдохну, но я дедушке не уступлю. То есть, соответственно. Ну реально. То есть я прям волнуюсь уже. Я волнуюсь. А он у меня на пятках висит и даже не дышит, как мне кажется. Какое-то наваждение какое-то. Вот у меня прям даже вот снился очень долго постоянно. Вот уже, вот там приближается станция, а там станция, она такая за городом еще чуть-чуть. Приближается эта станция. Я вижу, что что-то приближается. И тут передо мной забор, он закрыт на замок. А я как-то, ну вот, понимаешь, что надо вопрос решать. Высокий, а там, оказывается, какие-то стада пасутся. Ну, то есть не надо, чтобы они какие-то зоны не пересекали. Была отличная дорога. Но вот пробежать нельзя, значит, надо перепрыгивать. Я подбегаю, начинаю прыгать, у меня там штаны зацепляются. Я думаю, блин, ну дед-то точно не прыгнет. Короче, я сейчас, ну там, значит, дед не то, что не прыгнет. Мне кажется, он вообще как барьерист такой раз, и он уже перелетел. Соответственно, мы рядом. Ну там финиш, все, какое-то там. Я, короче, выиграл в итоге, не понимаю как. Но самое интересное, что ко мне подходит дед и говорит: о, там, молодец, well done. И он ко мне подходит, вот этот дедушка, да, и говорит, ну, как бы, well done, там все, он даже не дышит. А я ему ничего не могу ответить, потому что мне просто плохо, мне кажется, сейчас, ну, я буду кровью уже кашлять. Он говорит, нормально, слушай, бежал, нормально, там, все. Вот. Бегаешь, что ли? Я говорю, да нет, если честно, не бегаю. А, ну, поэтому так тяжело дышишь. Ну, ладно, ты отдыхай, там, все нормально. Я думаю, нифига себе вообще. Он говорит, да я вообще просто бегаю марафоны постоянно. Я говорю, правда, что ли? Он говорит, ну да, вот тут даже в ЮАР бегал марафон знаменитый там. Я не помню, он сказал, Комрадс или Двух океанов. Ну, то есть какой-то такой культовый, короче, не марафон, а ультрамарафон, уже то, что больше 50. Я думаю, ну нормально вообще, дед, ну то есть все, я сейчас должен в своей жизни пересмотреть. Так, приезжаем, доезжаем до Кейптауна. Меня мысль не покидает, мне тяжело. Нас встречает экскурсовод, который нас должен отвезти смотреть котиков, мы с Доброй Надежды, там тюлени какие-то, там, соответственно, пингвины, вот эта вся история. И он говорит, ребят, слушайте, а чего, я вообще вот гид местный, я на маунтинбайках могу возить, чего мы пойдем вот так вот, ну, вы же вроде молодые, бодрые, давайте на великах туда поедем, на маунтинбайках, заедем в гору. Я ему говорю, зачем? Ну, в принципе, можем же заехать на винную дегустацию сейчас там. Он говорит, да можем на великах туда заехать, но и все время курит при этом. Я говорю, ну да, там. Ну, я ему начинаю эту историю рассказывать. Вот сейчас мы там бежали до Кимберли. Он говорит, да, я каждый год бегаю марафон Двух океанов, там уже 15 раз его бегаю. Я говорю, ты ж куришь. Он говорит, ну и что там? Ну, я не только этот бегаю. Я говорю, вы что, все что ли бегаете? Он говорит, да, что, нормально, там какое-то время называет. Я понимаю, что он бежит с такой скоростью. Сейчас не могу вспомнить какой, но очень быстро для меня. Я думаю, ну ничего себе вообще. И этот тоже. И на маунтинбайках мы потом поехали. И такая активность. Потом должны были на столовую гору полезть. Плохая погода была, мы не смогли. Ну, в общем, как-то я что-то пересмотрел в своей жизни. Я думаю, надо, наверное, ну, понять, это степень свободы. То есть вот, конечно, ты там приезжаешь куда-то, тебе говорят, ну, давай, типа, ответь. Не можешь вызов принять. Почему? Потом, ну, там, уже когда прошу, масса еще других историй, не буду уже к ним. Там возник первый марафон, был в моей жизни там первый тренер, который, не понимаю, чем меня подкармливал. Ну, вот, соответственно, как-то его пробежали, потом я чуть не попал, соответственно, в больницу, где мне сказали, человек, там, кто тебе вообще сказал, это все есть, и вообще зачем ты так все сорвался, у тебя единственный выход – это транквилизатор, иначе ты сдохнешь.
Я ужасно испугался. Вот. Ну, масса всего происходило, но в целом, вот сейчас как это выглядит. Вот я там, допустим, приезжаю в Брюссель, вот прихожу в отель, говорю, ребят, где у вас тут бегают? Как где бегают? У тебя там jogging map такой даже есть. То есть как, у нас целая карта, то есть как это, где бегают? У нас есть сайтсиинг в виде бега. Бежишь сюда, здесь красивый парк, потом туда. То есть есть маршрут, как посмотреть весь Брюссель, и даже, может быть, ну там дальше, если ты готов бежать больше. Приезжаю в Мюнхен, такая же история. Но это вот прямо с последней поездки на майский. Там ездил себе, там, ну, по каким-то полуделам, полунаводах. Приезжаешь в Мюнхен, говорит, ну, у нас тут называются английские парки, можно только в одну сторону бежать 60 километров. Из центра города, из центра города. Вот прям мы в отеле Кемпинский в центре города, можно пройти 300 метров, можно их пробежать вдоль домов. Начинается парк, вообще бесконечно, он уходит за Мюнхен, он идет в другие там города, села. Вот. Есть jogging maps, то есть везде там, ты можешь смотреть город, бегая, то есть можешь совмещать приятность с полезным. Супер интересно. Соответственно, бег – это феноменально, потому что это степень свободы. Ну, там, тебе, слушай, а давай там подорвемся, что-нибудь пробежим. Ну, давай. Вот сейчас там марафон Водяновой, там, мне звонит Полина Кицен, говорит, слушай, ну, давай, у нас там все, Греф в этом году вместе с нами, давай, слушай, Герман в тенте побежит десятку, собираем народ, все, ну супер, ну, давайте. То есть как бы будет международный экономический форум, Греф говорит, давайте в рамках этого форума будем бежать пятерку. Соответственно, народ там глубоко сначала работает на форуме, потом вечером глубоко бухает. Вот. В 6 утра забег. В том году пришли все с Бодуна, все пробежали, все счастливые. Все счастливые. Выиграл мой знакомый. Счастливым ходит до сих пор. Соответственно, известный бизнесмен. Вот. Не буду называть его фамилию, можно на результаты посмотреть. Вот, пробежал здорово. Ну, вот это все сейчас готовятся. Но это же интересно. Это такая, как бы, ну, можно, да, там всем по бизнесу общаться. А вот стоит забег. Несколько тысяч человек побежит в этом году. Всем интересно. Поэтому это здорово. А если дальше развивать мысль, ну, там можно много посмотреть бегом. Ну, давайте с бегом закончу. Ну, короче, я тогда так напрягся на эту тему в ЮАР, что я думаю, да, я туда вернусь и повторю этот забег, но уже настолько уверенно. Ну и, короче, мы опять садимся в тот же поезд, проходит, ну, по-моему, почти 10 лет проходит. Я уже там приезжаю, по-моему, там с сыном, вот у нас большая компания, все этого забега ждут. И, ну, там, общаемся, опять весь поезд собирается бежать, я так посмотрел, конкурентов нет. Я говорю, так, ребят, меня, значит, высадить за 21 километр до Кимберли, и я за поездом побегу. Они говорят, ты что, с ума сошел, что ли? Тут дороги нет. Я говорю, я прям по шпалам побегу. А там такой задний вагон, он очень... Интересно сделано, это как бы такая сигарная коньячная комната, он открыт, то есть у него половина вагона под стеклянной крышей, а половина просто вот открыта, как терраса такая, и из-под тебя рельсы уходит. Ну, то есть фантастика, ты едешь там, саванна вокруг, очень красиво, вот. И, ну, я думаю, ну вот за ними побегу, будут эпатировать, они там коньяк пьют, а я за ними бегу 21 километр. Ну, вот потом как раз я подбегу, будет пятерка, я там упрусь с теми, кто бежит от пятерку, еще и там их сделаю, вообще накажу всех, вот. Мне было очень интересно. Ну, соответственно, я пробежал 21 километр. Вот. Было, ну, просто понял, что, да, наверное, я тогда, когда думал о том, что я абсолютно не в состоянии, наверное, что-то я так подумал, ну, зачем я это вообще все делаю, кому это нужно? Это я уже давно себе все доказал, каких-то людей, наверное, обидел этим пафосом и эпатажем. Как немного переживал, но, с другой стороны, было так приятно, что я туда же вернулся, вот там же, но уже совершенно спокойно бегу. Думаю, что это очень здорово, как вот такой итог короткого вот именно этого эпизода. А если про велик говорить, то вот он начался с похожей истории. Нам говорят, слушайте, есть великолепная экскурсия во Франции. Замки вдоль долины реки Луара, где самый знаменитый замок Шенонсо, знаменитая принцесса Диана, которая просыпалась каждое утро в 5 утра, прыгала в ледяную воду этой реки, была вечно молодой, к ней там ездил вот этот вот, она была фавориткой у короля, ну, соответственно, вот там к ней приезжал, она была готова, вообще вся в форме. То есть она как бы купалась в 5 утра, абсолютно свежая вставала, он к ней приезжал, потом уезжал, она опять ложилась спать, просыпалась, долго скакала на лошади, абсолютно обнаженная. Вот. Знаменитая история, ну, то есть очень интересно, то есть она спортивная же история, правильно? О конном спорте в том числе. И вот, ну, там очень много этих всех вещей. То есть между этими замками находятся винные дегустации. Ты там останавливаешься, до обеда ты так мочишь на этом велике.
Вот, проезжаешь основную часть, чтобы остальная там была такая вот уже, ну, там, менее значительная и без горок желательно. На винодегустации ты себе тоже ни в чем не отказываешь. Получается, совмещение приятного с полезным. В конце приезжаешь, там, смотришь эти замки. Вообще какая-то фантастика. Мы спрашиваем. А, и все это на асфальтовых специальных для велосипеда дорожках происходит. Где даже нельзя на мопеде ездить. То есть там не то, что вопрос, как там у нас в Крылатском все подряд заезжают туда, да. А там не то, что там, если кто-то на мопеде заедет, его сразу же уголовка. Ну, то есть человек нарушает безопасность. И вот, 880 километров в 2008 году во Франции было специализированного полотна за городом, чтобы можно было ездить только 880 километров только для велосипедов, для таких длинных прогулок. Представляете, километраж. Москва борется, чтобы скоро 40 километров заявить. Безуспешно. То есть все перекопали, и на велосипедах ездить невозможно, и никогда не будет, мне кажется. Вот, во всей Франции 880, сейчас намного больше. То есть едешь бесконечно, у тебя только дорога для велосипеда, красота необыкновенная. И в выходные бывают пробки. То есть в выходные бывает велосипедный трафик, ну, чтобы было понятно. Вот. И так это понравилось, что ты перемещаешься по 100 км в день, ты не чувствуешь усталости, у тебя есть безумные стимулы там, дальше это все смотреть. Потом была Андалусия, был Прованс. То есть мне это гораздо больше нравится, чем любой Ironman, о котором мы можем говорить, потому что это совмещение общения, это познание, это исторический очерк, это кулинария, это все вместе. Ну, а велосипед ты настолько более, ну что ли, остро чувствуешь все запахи, вот понимаешь, как вообще жизнь устроена. Ну, допустим, я бы никогда не знал, что во Франции по закону, я не знаю, это гражданский кодекс или что, но вряд ли это конституция, конечно, но ты обязан, если ты житель вот каких-то там, не знаю, деревенских поселений, то если к тебе постучался велосипедист и попросил воды, ты просто обязан, не имеешь права ему отказать. Но если это нормальное время, оно, видимо, как-то очерчено, это не там в 3 часа ночи кто-то там заехал. Вот. А если это нормальное время, все открывают, ни разу не было вопроса. Фляжки, да. Опа. Я думаю, ничего себе. Ну вообще как, ну по-человечески, да. Но у нас вот попробуйте. Я один раз в Москве по Рублевке проехал. То есть, нет, вот за Рублевкой на маунтенбайке, значит, бомжи пытались украсть бутылку с велосипеда, первое. Второе, значит, собаки атаковали, соответственно, порвали штаны одному человеку, реально убегали от злых собак. Таксист сбил одного из трех участников группы, там, не туда за рулем, за одну поездку. О чем мы говорим вообще? Это невозможно. То есть, как можно здесь полюбить велосипед? Ну, то есть, наверное, надо быть таким фанатом. То есть, все люди, они просто мега-монстры, которые здесь занимаются велосипедом, у нас в Москве. Либо там до потери сознания под крышей крутят, либо на этом полотне в Крылатском, ну, где тоже очень небезопасно, либо выходит вот в Крылатской, там тоже, где очень много, ну и в том числе летальных исходов, из-за того, что у нас просто порядка нет. Вот. А велосипед-то весь не в этом, это свобода, это вот возможности. Ну, обещают в Крыму что-то построить, увидим. Вот. В общем, в целом весь рассказ о том, что, ну, совмещение всех категорий, ну, можно в жизни больше успеть. То есть если это просто тупо спорт, 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 да, да, я, ну, грешен, там, через это прошел, вот вообще больше ничего нет, зашорился там. Вот результаты, single digit Ironman, потом сюда, значит, марафон из 3 часов, или иначе нам неинтересно. Ну, где-то, наверное, через это надо пройти, иногда бывает. Но в целом, как бы, я вижу, в любом случае, финальное, ну, как бы счастье, чтобы это надолго, вот прям, и как-то много эмоций надолго, это вот такая вот аура позитивная вокруг этого всего. Общение, новые эмоции, познание. Вот. Это, наверное, то основное, о чем я хотел сказать. Вот. Я не знаю, о чем еще могу порассуждать. Макс, я, честно говоря, вот просто леплю вольного. Там, но у меня нет адженды. Я никак. Это, я приехал, да, такого был план, да, у меня нету ничего. Истории масса. Я поэтому сказал, я хотел короткое вступление, но думаю, что уже там на час наговорил. Давайте, может быть, к вопросам и ответам. Там любой вопрос можно обсуждать со всех сторон, поэтому, по сути, это продолжение дискуссии такой, ну, или повествование, как хотите. Давайте просто попробуем сделать это более интерактивным. И как вы выстраиваете свой тренировочный план, допустим, подготовки к Ironman со совмещенной Понял. Работой? Я так считаю. То есть, вот, это очень, скажем так, индивидуально в целом. То есть, если задача стоит просто финишировать, ну, наверное, это гораздо более комфортная категория вопроса, да, потому что мы знаем, где-то лимит 16, очень редко 15, но там в основном 17 часов. То есть за это время можно марафон идти пешком, но если человек там поставил себе задачу, вот у него есть такая амбиция. Один мой коллега, он там приходит на первую встречу и говорит, я Ironman сделал. То есть,
Его один раз и Стас спрашивает, за сколько? Он говорит, ну это не важно. Он сделал его за 16,5 часов. Да, там. Вот. Ну, в принципе, зато у него есть галочка. То есть он там как-то совмещал. То есть это, если есть все-таки спортивная амбиция, то надо четко оценить свои возможности. Вот, если, вот, допустим, та бизнес-среда, в которой я сейчас нахожусь, моя ответственность не позволяет мне даже ничего планировать. Я даже не могу четко пообещать себе подготовку к марафону. Ну, то есть это просто нечестно. Нечестно, потому что либо ты халявишь, либо ты жертвуешь тем, что для тебя более важно. Это как раз к тому самому выбору, о котором мы говорим. Вот. Ну, у меня есть знакомый Олег Тиньков, который сказал в свое время правильную фразу. Если у тебя работает ответственный менеджер, он готовится к Ironman, значит, его срочно надо уволить. Объясню, почему. Потому что либо он не может это сделать качественно. А если он к чему-то готовится ответственно, но не хочет это делать качественно, значит, это неправильный топовый менеджер, не того ты нашел. Значит, это делает непонятно зачем. То есть, если он просто хочет заниматься спортом, тогда пускай им занимается, найдет какие-то более встраиваемые категории в свой рабочий график. Если это Ironman, есть понятный протокол и число тренировок, которые должны быть для достижения того результата, чтобы сказать, да, мне не стыдно за то, что я сделал. И опять, давайте не будем об абсолютном времени, у каждого человека это время свое. Для кого-то круто очень 13 часов, а для кого-то 10 ни о чем. Потому что мы генетически разные, мы в разном возрасте находимся. У нас разные ограничения в жизни. Вот. То есть все, что угодно может быть. Но если ты не ответственно к этому относишься, какой смысл тогда этим заниматься? Вот. В целом, поэтому, как вопрос, как я выстраиваю или как я отношусь. Да. То есть когда я занимался этим ответственно, у меня была возможность, у меня был нанятый коллектив, и у нас не случился 2014 год, когда EBRD отказался финансировать мой бизнес, по сути, можно было сидеть, получать менеджмент фи, а коллектив всем занимался, комиссию за управление активами западных инвесторов. И, в принципе, гораздо больше внимания уделять своим увлечениям. Это тоже ответственный подход. Если менеджмент на зарплате сидит, работает, есть бюджет, замечательно. То есть, личная ответственность, она не просто там сокращается, потому что тебе там неохота, а потому что все наладил все эти процессы. Да, можно себе позволить. Ты не нанятый менеджер в этой ситуации. Вот. В целом, план стандартный, где-то там, наверное, 8 месяцев, начиная с транзитного периода, по классическому подходу с пиком, неделями где-то по 30 часов тренировок, по сути, это уже работа вторая, правильно? Вот. Очень большое внимание единицам восстановления, так называемым, то есть массажем, сауном, потому что это то, что там, где именно действительно растет твоя спортивная форма. Я очень долго не мог этого понять. То есть мне казалось, чем больше я там себя наказываю, тем лучше я становлюсь. Ничего подобного. То есть наша спортивная форма растет именно тогда, когда мы грамотно отдыхаем. То есть активный отдых, или там, это что угодно может быть, там, прогулка, активный педаляж там, на маленьком пульсе. Вот. Нас развивает гораздо больше, чем тогда, когда мы себя загружаем. Если мы хотим испортить свою тренировку, то нам на следующий день надо сделать, качественную тренировку провели, выполнили какую-то установку, развивающую тренировку, там, интервальную, силовую работу. И на следующий день сделали то же самое, мы убили и то, и это. И еще надолго себя куда-то закопали. Вот. Поэтому тут очень важно, кто является тренером и как он это объясняет. Вот сказать, вот так надо, это ни о чем. Вот мне, например, так нельзя сказать, я должен разобраться. Когда мне говорят, так надо, а я могу терпеть, но я не понимаю, о чем мне человек говорит. Говорит, зря ты это сделал. Значит, зря, идиот ты вообще, ты что делаешь? Ты просто идиот и объясни, почему. Потому что потом надо визуализировать. Вот наша спортивная форма – это вода в кастрюле. Вот мы наливаем в кастрюлю воду, она там копится, а любая неправильная тренировка – это вот так вот расплескать, там ничего не осталось, или там осталось мало. А мы же вроде что-то делаем. То есть и наливать, и плескать – это же процесс. Нам нравится процесс, или нам надо, чтобы там вода была? Вот об этом. То есть, когда тебе вот так элементарно, нет. И дальше он говорит, нет, ты, пожалуйста, беги завтра опять на все деньги. Но в конечном итоге вот этот результат надо отменить, потому что восстановление будет 3 недели, и тебе надо эти 3 недели отдыхать, а мы уже к этой дате не попадаем. Все, и я ответственность не беру. Все, ты уже сам. Вот. А у нас очень много построено на деньгах. То есть, когда там приходит... Вы знаете, как у нас в фитнесе, чем меня удивляет. Приходит человек в фитнес, там платит деньги. Такой приходит, телефон дал инструктору, инструктор отвечает как секретарь на телефон. Ой, слушай, гантельку принеси, там, потягал, там, поговорил. Я буду лучше? Будешь. Давай на завтра запишемся. Я таких много наблюдаю. То есть, а я еще буду лучше? Будешь. Ты деньги плати, и все. То есть, он так сам рассуждает. Но если я деньги не буду платить, я вообще туда не приду.
Ну, наверное, если я вот эту гантельку потягаю, то чуть хуже не будет. Ну, какая-то обстановка, тренер очень красивый. Я вот на нее смотрю, вроде неплохо, что она моя телефонная. Может, нанять ее? Ну, вот отношение примерно такое. И это естественным образом выливается в спорт, о котором мы говорим, на выносливость. Да? У нас как бы базы нет, школы нет. Соответственно, то, что создаются новые протоколы, вот в чем миссия ILF Running, допустим? Надо создать какие-то протоколы ни на чем. У нас был спорт для профессионалов, у нас не было спорта для любителей, никогда запротоколирован. Понимаете, да? То есть, когда американцы говорят, у нас есть теория суперкомпенсации, они все это взяли там с 70-х годов, с России, но просто они из этого сделали систему и подстроили под любителей. У любителя, в отличие от профессионала, первая задача не сдохнуть. Он как бы не разрушит себя, правильно? Но ему же за это деньги не платят. То есть, он как бы, когда решает какие-то задачи, он должен вообще лучше стать, он должен себя лучше чувствовать. Когда ему говорят, вот протокол, ну, в принципе, он не умер. Ну, как, понятно, он не умер, ему 18 лет. Ну, как он умрет? Он может совершенно в других нагрузках находиться. А у нас отношение к этому иное. Поэтому есть, ну, вот системные задачи, вот когда цель стоит, каждой цели свой протокол. Ну, то есть надо поставить точку ноль. Точка ноль – это когда ты пришел, себя оттестировал и понял то, чем ты как физиологический организм сегодня являешься, какие у тебя ограничения, в том числе по медицинской линии, какие лимитирующие факторы, связанные с каким-то опорно-двигательным аппаратом. Ты все оценил, не поленился. Ты понял, что ты не можешь и что ты должен усиливать. Вот. И потом путем там, ну, более четкой методики достижения какого-то конкретного результата на каждом конкретном периоде времени, тогда, когда просто накачивается объем, когда идет рост формы, когда делается темп и когда идет та самая важная подводка, так называемый тейпер, ты везде имеешь максимальный КПД. То есть, мне кажется, все мы будем всегда счастливы, когда наша тренировка имеет максимальный КПД. Правильно? То есть очень обидно тратить свое время просто так. Ну, то есть, если это тренировка для достижения цели, то мы хотим быть уверены, что мы ее провели максимально эффективно. Если вы не знаете своей точки ноль, это сделать невозможно. Если вы не идете по системе, по графику, это сделать невозможно. Это просто, ну, скажем так, покупка индульгенции на то, чтобы потом пойти, там, я не знаю, в пятницу забухать, там, в ночной клуб, там, взять лишних калорий. Очень много такого экскьюза у людей. Но статистика доказывает, что в Америке 33% бегунов, ну, где-то года три назад, когда я это читал, официальную отчетность, бегает, чтобы иметь повод потом пойти и выпить пиво. Ну, реально, клуб любителей пива, бегунов, это имеет миллионное состояние. То есть люди, ну, уверены, что лучший recovery drink – это пиво. Ну, сколько было статей, что пиво не имеет никакого отношения к восстановлению, люди считают, да, пивные дрожжи, это то, что меня восстановит, там же соли, ё-моё. Я же соли потерял. Пиво-то солёное, вот. Замечательно. Ну, то есть есть масса таких, ну, скажем, стереотипных историй, которые совершенно не имеют никакого отношения к реалии. Ну, вот. Но каждый человек должен для себя контролировать. В принципе, в том, что человек либо он просто пьет пиво, либо он бегает, чтобы потом выпить пиво. Так пускай лучше бегает, потом пьет пиво, я считаю. Ничего в этом плохого нет. Хороший стимул. Тоже нормальная история. Ну, вот, да. Давайте я так скажу. Не-не-не, давайте, это хорошая история. Во-первых, смотрите, у нас сегодня уникально. Это первый раз я вообще общаюсь с публикой. У меня сидит свидетель, мой сын. Я просто не могу ничего, я даже иногда хочу что-то придумать, я не могу. Он сразу скажет, пап, хорош гнать. Да. Соответственно, я не могу это сказать, поэтому я честно буду говорить. По поводу питания и всего. И вот все, кто будет говорить, что они вот всю жизнь идут по какому-то протоколу, у них нету возможности от него отойти, но это неправда. То есть я в это не верю. Либо у человека должны быть какие-то вообще отклонения в жизни. Вот взять и зашиться, должен быть повод. Вот я там, допустим, этого не ем, не пью. Почему? Ну, то есть ты что, боишься, что у тебя привыкание начнет, значит, ты это не контролируешь? У меня всегда к этому большие вопросы. Да, скорее так, схема питания – это основа. То есть могут быть от нее отклонения? Ну, конечно, могут быть. Причем, если ты допускаешь эти отклонения и ты их контролируешь, ну, тогда у тебя срывов не будет потом. То есть человек, который очень жестко в своей схеме питания стоит, вы знаете, какие срывы происходят? Ну, вот почитайте истории про спортсменов-профессионалов. Ну, то есть никто так жестко не бухает, скажем так, да, и не отрывается. Ну, я не про самые даже известные истории там, с Кокориным каким-то, но вообще. То есть народ бухает реально по-черному. Знаете почему? Ну, потому что для них это просто уже цель. Вот для них это просто реальная цель. Вот. Поэтому
нужно к этому относиться нормально. Вот у меня была был интересный эпизод, когда мы поехали на дико экзотическую гонку, она называется Strongman Japan. Туда приезжают европейцы только по спецприглашению. Вот. Наш участник команды Trilife того времени, это был 2012 год, Антон Блохин, он выигрывал эту гонку два раза. Для японцев это как Kona Ironman, то есть только по отбору. Это прям культовая гонка. Она находится на самом южном японском острове, который гораздо ближе к Тайваню, чем к Токио. То есть от Тайваня там буквально лететь 10 минут. Но через Тайвань лететь нельзя, поэтому ты летишь до Гонконга, от Гонконга летишь до Токио, из Токио ты летишь в Осаку, из Осаки ты еще там куда-то летишь. По-моему, там 4 перелета, кошмар какой-то, я бы вообще знал, не поехал. Приезжаешь на богом забытый остров, который просто там, ну, в жутком состоянии. Ну, вот. Ну, приехали мы туда по приглашениям специальным, там никакой вообще эстетики, ничего. На Японию это не похоже, как будто здесь просто, вот, знаете, как во Вьетнаме войну показывают, какой-нибудь Рокки, вот то же самое. Военизированные укрепления, я думаю, зачем тут люди эти японцы, они вообще тебя как будто зеркало мимо тебя ходят, такого, тебя не существует. Они с собой друг с другом собираются зарубаться жестко. И поэтому стронгмен. Да, стронгмен. Ну, то есть это люди вообще, то есть они вот такие все ходят, киборги заведенные, маленькие такие вот. Ну и Антон Блохин, а он высокий, 1,90 м, он на их фоне ходит как такой Гулливер. Вот. И все знают, что он должен победить. Вот интервью такие, вот это умножьте на 3, это то, что пришли его опросить журналисты со всей Японии. Ну, он сидит король просто. Он сидит такой вот, я не знаю, на Криштиану Рональду такой сидит, и чувак просто бог, фотографирует, какие-то плакаты с ним там. Он медиа-звезда на этом острове. Соответственно, все на него внимание обращают. Мне даже, да, а мы там рядом, я вообще не знаю, чему там сидим с ним рядом. У нас, ну, то есть мы ничего не выигрывать не собираемся, мы просто белые. Мне задали столько вопросов, почему я туда приехал, кого собираюсь разорвать, и знаю ли о местных звезд. Я вообще не знал, что отвечать. Конечно, знаю, но никого не собираюсь, как бы. Они же все одинаковые еще, там невозможно. Невозможно понять, там, кто есть кто. Вот, соответственно. Да, соответственно. Но Антону говорят, слушайте, а вот какой у вас стимул? Вот вы бежите к финишу там, а там, чтобы вы понимали, финиш выглядит так. Вот у нас Путин так не ездит реально. То есть там бежит человек последние 10 километров, за ним первомайская демонстрация. Значит, несколько машин, такие летающие драконы какие-то, значит. Какое-то световое табло, там крутят какие-то вот эти мультики про покемонов там с японскими роками, какая-то реклама идет. То есть там такой эскорт, бежит человек, даже человека не видно. Я такого вообще нигде не видел. Так на Тур де Франс не финиширует. Бежит Антон там в конце, вот к этой победе, там, с огромным отрывом от второго человека там умирает. Вот, с разрывом километров, наверное, в 5. Вот. Ну, так вот, когда я его спрашиваю, да, там, чего вы приехали, он говорит, ну, такая обстановка, так все круто, красиво у вас. Там. Меня вообще так нигде не встречают, как у вас здесь. Там. Ну, собственно, собираюсь снова выиграть. То есть единственная ваша цель, потому что вам очень нравится. Да, единственная цель, потому что мне очень нравится. Ну, окей. Ну, там, значит, делаем какую-то тренировку, он говорит, ребят, какие планы после гонки? Какие-то добежать, жара, там, какие планы? Никаких планов. Набор на марафоне, он вот такой вот весь. Никаких планов нет, слушайте, живым остаться. Он говорит, нет, давайте так, у меня жена заготовит ящик холодненького пивка. Прям на финиш, прям к финишному створу принесет. Да, нет, не, реально, он мне говорит, это абсолютно. Он мне говорит, слушай, такой кайф. Ну, я говорю, ну зачем? Он говорит, а зачем я бегу-то? Я говорю, там будет холодненькое пиво, прямо на финиш. Представляешь, она меня вот там встретит, у нее вот этот термос там. Вы по сколько возьмете? По 5? Я говорю, вообще, а я такой прям вот, какой по 5? Ты что, я там без алкоголя 3 месяца, вообще, что, хула какая-то спортивная, ты о чем вообще говоришь? Он говорит, ну ладно, нет, я пиво-то на всех заготовлю, а там уж сами смотрите. Вот, ну то есть, в принципе, эпизод какой? Человек абсолютно нормально, адекватно воспринимает. У него срывов не бывает. Он там много позитивных мыслей. Ну, то есть какие-то совмещения жизни, режима, всего вот этого. Ну а если вот без истории, то практика питания, она для каждого должна просто превратиться в рутину. Если все время думать, я себя ограничиваю, можно с ума, мне кажется, сойти. Если для себя выбрать какой-то вам конкретно удобный, понятный протокол питания, ну с утра побольше углеводов. Вот хочется вкусняшку. Есть такие люди. Вот я... Мне вот, блин, вот надо что-нибудь сладенькое. Ну тогда прям с утра, это вообще не вопрос. Вот с утра за завтраком, что угодно. Если там хлопья, я не знаю, мюсли, каша с медом недостаточно сладкая, можно даже какие-то конфетки, но все днем как бы улетит, особенно за полчаса до тренировки, да что угодно. Ну, хоть там 3 бутылки кока-колы выпить, если это очень надо. Вот. Дальше, чем ближе к вечеру,
метаболизм, ну, уже там опять протренировались, там, закрыли это знаменитое белково-углеводное окно, опять вкусняшку, да ради бога. Ну, вот. Потом обед, ну, как-то большое количество белка с клетчаткой, то есть хороший салат, там, ну, какие-то, там, не знаю, вкусные вещи, то, что там, я не знаю, индейка, лосось, тунец, там, я, ну, понятно, что надо все сочетать. Ну, это понятный тоже микс из всего того, что, ну, там должно быть в обед полноценно. Ну, и потом, ну, стараться там вечером больше перейти на сочетание клетчатки с белками. Ну, для меня это настолько понятно, что это уже за многие годы, ну, как вечером пришел, сделал салат. Ну, там, вот я пришел, люблю сделать какой-то салат. Сейчас, тем более, белая дача, не надо ничего мыть. Кинул в тарелку, помидоров нарезал, оливковое масло. Вот, вот для меня самый лучший ужин. Я очень это люблю, я это всегда делаю сам, поэтому я совершенно не страдаю. То есть, если, кстати, я очень переживаю, что я себя в чем-то ограничиваю. Я совершенно не переживаю. Вообще никак. Ну, там, в Италию поехал, там, допустим, я очень люблю пиццу с морепродуктами. Ну, вроде бы пиццу, там, ну, там, читаешь какие-то книжки Криси Веллингтона, она говорит, ну, раз в год, после того, как ты сделал главный Iron Man, я себе позволяю пиццу. Боже мой, как ты живешь, мать, я вообще не понимаю. Зачем ты живешь, я не понимаю, главное. То есть, в чем смысл твоего существования? Ну, то есть, если такие, она, например, я так люблю гамбургеры, пиццу, вот там Iron Man на коне, и потом можно вот есть у меня 6 часов, чтобы эту пиццу съесть. Блин, ну я не знаю тогда. Я категорически против. Я не пытаюсь вас всех тут расслабить, но это мое отношение. Если себя так зашивать, точно потом. То есть любое, скажем так, крайнее ограничение, оно потом обязательно приводит к срыву. Это жизнь доказывает. Ну, то есть, если вы себя совсем зашили, будет прорыв, будет все плохо потом. Соответственно, старайтесь это совмещать. Вот. Если мы, скажем, там про алкоголь отдельно мое отношение, я обожаю красное вино. Но при этом у меня такой принцип. Я вот, допустим, если мы посмотрим на ценник вина в Москве, я просто, ну, не в адеквате нахожусь. Я понимаю, сколько это вино стоит в магазине у меня в Италии, там, где мы живем. Я прихожу, это столовое вино, которое стоит в супермаркете за 11 евро, и я его стараюсь не покупать, как бы, а покупать за 14, условно говоря, потому что оно уже принципиально более высокого качества. А итальянцы все, что больше 3, не покупают, потому что они считают, что это сумасшествие. Вот. И очень много вина там по 1,70, по 1,90, по 2,10. Ну, представьте, умножаем на курс, получаем 120 рублей за офигенное вино. Найдите тут непаленое вино ниже, чем за 1000 рублей из Италии. А из Франции тем более. Не найдете. Потому что нет никакого коммерческого смысла. Акцизы и так далее, перевозка. Ну, дешевое вино везти никому не выгодно. Поэтому везут паленые какие-то южноамериканские виноматериалы. Поэтому лучше вообще ничего не покупать, чем покупать такое вино. Соответственно. Ну, как бы начинаешь смотреть на вино, ну вот ценники, думаешь, зачем тебе вообще его пить? Ну, принцип такой, в Москве, если пить вино, ну там, допустим, есть день такой, пятница после рабочей недели вечером. Или если на субботу намечена тренировка, это первый день, когда можно сделать длинную тренировку, как правило, она у меня он такой этот день, то тогда позволить себе вина, ну как позволить, полбутылки вина нормальная доза, я считаю. Если пришли друзья, сидят в долгую, ну, значит, будет пузырь на человека, но это в долгую. Но опять, куда деваться? Ну, то есть сидят, люди пьют. И принцип такой, пока люди сидят и пьют, бутылка должна стоять на столе. Он говорит, не, ребят, мы спортсмены, я все убрал там. Типа, нет, или у меня вот намечено триги, все, и до свидос. Там, точно не тема для меня, вот я так скажу. Я считаю, что это, ну как-то странно, наверное, совсем. Тогда зачем, ну, то есть, гости и так далее, застолье. В этом смысл жизни, наверное. Можно посидеть, все обсудить. Ну да, там, побаливает голова на следующий день. Ну ничего, восстанавливаемся, то есть, как привыкли бороться. Бывает, да. Про питание долго, может, но вот все вроде, или еще, если хотите, про спортивное, но я не думаю, что смысл. У каждого свои. Специфично. Я вообще считаю, надо как-то спокойнее. Я там раньше думал, что вот надо именно это питание, там вот все, у меня так. Обязательно рекавери дринк. Запись твоей встречи с тобой, по-моему, 3-летней давности. Давай сравним, Макс, и можно много, давай сравним, да. Давай анализ даже сделаем вообще потом. Вот мысли такие, да. А она происходит 100%. Однозначно происходит. Да. Это совершенно нормально. Я все подвергаю сомнениям. Мы встретимся там, допустим, через 3 года еще. Может быть, тоже много будет. Я скажу, блин, вино? Вы что, с ума сошли? Только коньяк, вы что? Я даже не знаю. Так, еще какие-то. Потому что 3 года назад мы встречались с Алексеем после твоего финиша в Ультрамэне. Ну, я сумасшедший был, боже мой. Не надо меня. Зомби этого не надо было записывать вообще. Я считаю, надо стереть срочно. Расскажи, кстати, в 2 словах про Ультрамэн. Ну, а кому-то интересно про Ультрамэн, я даже не знаю. Интересно, да? Хотя бы, чтобы все знали, что это. Ну, страшная глупость, честно говоря. Если вот сейчас, как сейчас я оцениваю, потому что столько свободного времени на это ушло. То есть, как бы, зачем?
ну, делает, ну, там, не знаю, 100 человек в год в мире, да? Есть какая-то культовая дистанция, с чего это все началось. Ультрамен Канада. Ультрамен Канада, да? Вот. И я там прочитал книжку такую мотивирующую, которая называется «Железная амбиция». Ну, там человек говорит, ну, как бы все дороги идут в Рим, а весь спорт идет в ультрамен. Я как бы ему поверил, прочитал книжку, но я с ним созвонился, интересно, что он сразу ответил. Я реально, я ехал, вот, я помню, на пароме, читал его книгу, и там был имейл. Я ему позвонил, говорит, слушай, я написал. Он мне почти сразу ответил, я с ним связался, он говорит, слушай, вот такая ситуация, давай обсудим, все нормально, все можно. Я не ожидал, что будет такая открытость. Человек книгу продал в разных странах, большим, Джон Каллас, большим количеством экземпляров, с удовольствием общается, очень легкий, очень доступный. Легкий в общении, в смысле. Все плохо закончилось, могу рассказать, все плохо закончилось, развелся с женой, потерял бизнес, с ума сошел на спорте. И этого делать не надо, больше книг не пишет, ну, потому что не о чем. Поэтому трансформация в пользу, в хорошее, она всегда лучше. Вот. Находить какие-то другие истинные категории. Все равно Олимпийские игры он никогда не выиграл. Вот. И ничего, и марафон даже за 3,5 часа не пробежал, в этом смысл. Вот. Но в целом ультрамен это что? Это до 40 часов в день тренировок. Вот. Ну, это... Ой, да, до 40 часов в неделю, извините. Да. Нет, ну бывают дни какие. Вот, допустим, самый сложный сет. Самый сложный сет, значит, такой. В пике. Это где-то за полтора, наверное, там, ну, может быть, 40 дней до старта. Полтора месяца, 40 дней до старта. Сет такой. Первый день. Значит, бежим 86 километров в день. То есть ты встал, позавтракал, пробежал 50 километров. Ну, вот. Ну просто, ну чтобы, ну это так, это реально, это все было реально, все для разминки, да. Не, а я бегал, есть такое озеро Блед в Словении, круг 6 километров. Ну, там люди сидят, многие художники, они, значит, пишут, но, ну, будний день, как бы немного мимо народа бегают. Да. Соответственно, он там со своим мольбертом стоит, ему надо на что-то внимание обращать. У него тут, значит, там какая-то стоит... белое вино, значит, какие-то бутерброды, целый день там пишет, ну, много таких стоит, я там мимо бегаю. Уже в конце здороваться начали. То есть я говорю, чувак, ты когда с орбиты как бы уйдешь, потому что, понимаете, да, то есть ты там бежишь, эти 50 километров, у тебя где-то питание сложно. Потом я уже к ним, они старались стерегли мое, значит, питание. Ну, потому что, да, там, ну, не без... почему-то все хотят питание унести. Часто такое бывает в разных странах. Вот. Идешь в отель. Пробежал. Ну, надо бежать относительно не быстро, но поскольку темп можешь держать, ну, там тебя сам себя немного где-то провоцируешь, там, с рельефом каким. Идешь в отель, залезаешь полностью в лед, потому что если ты в лед не залезешь, после обеда ты просто ходить не можешь. Удивительно помогает. Сидишь 15 минут в ледяной ванне, надо сидеть аккуратно, мужчинам, я объясняю. То есть это в принципе. Вот, это очень внимательно надо относиться, но переохлаждения не может быть. Поэтому, ну, разные методики есть. Но чем глубже сядешь, тем лучше. Тем больше у тебя восстановится. Вот. Не будем дальше обсуждать. Сидишь в этой ледяной ванне, вылезаешь. Да, интересно, поскольку понимаешь, что ванна должна быть готова, чаевые консьержу, консьерж бегает с ведром эту ванну, значит. Это не Америка, где лед на каждом этаже из бара тащат. Потом были претензии клиентов отеля, в баре льда не осталось, потому что генератор заполняет ванну. Мне надо было ее два раза в день заполнить. Это интересно. Значит, дальше выхожу, следующий этап, то есть 50 пробежал, следующий этап, это 25 километров. Ну что, само по себе, в принципе, неплохой бег. Но ты когда начинаешь бежать, такое ощущение, что у тебя все ноги били палками. Вот. И первые 5 километров, ну ты какой-то вот такой вот, ну то есть несуразный робот. Ну а самое интересное даже нет, ты пробегаешь это, и у тебя уже в кармане 75 километров. Вот. А в конце дня традиционные, очень культовые события, в котором принимают участие президент Словении. Это десятка, называется ночная десятка. Бежит огромное количество людей. И там был тэквондо кемп моего сына. Ну, соответственно, много ребят. И мы все вместе, ну, я подорвал всех, побежали и зарегистрировались на этот культовый ночной бег. В 10 часов вечера старт. Я думаю, мне десятка осталась, но я лучше пробегу, значит, ну, в таком комфортном режиме. Но сын поставил четкую задачу временную. Поэтому, значит, халявы не получилось. А там вот вокруг озера, там с рельефом по горам. Вот. Но так замечательно выходишь, но понимаешь, что ты не можешь даже просто не то, что пробежать, не можешь до старта дойти. Вообще никак. Ноги не ходят, ничего, ванна уже не помогает. Но потом тоже раскручиваешься, добегаешь эту десятку. Вот. Ну, как бы вот 86 километров за день казалось невозможно, но на позитиве все это набирается. Огромное количество питания потом. А на следующий день 12-часовой велосипед. То есть тебе надо 12 часов ездить по горам, и еще интервально. Это как бы прям с самого утра.
Ну и как бы тоже, это больше даже психологической, что ли, категории, чем физической. Потому что осознать, что ты целый день провезешь на велосипеде, ну такая, не в самом, наверное, лучшем с точки зрения автомобильного движения месте мира, ну тоже больше меня вот это смущало. Ну ничего, он прошел, а потом надо было проплыть 8 километров на следующий день. Вот, а озеро Блед, оно такое маленькое, посередине остров. Вот, и запрещено движение моторных лодок, и все плавают на веслах. Но поскольку тебе надо, пока ты плывешь, это, ну, порядка, наверное, сколько получается? Ну, где-то 2,5 часа, вот, чуть больше, может быть. Но надо есть, надо пить, очень жарко. Вот, ну, в результате, там, мне помогали на лодке, в лодке было питание, тоже я там сделал несколько кругов по этому озеру, там, народ уже наблюдал. Питание... И вода закончилась, и в результате пришлось пить воду прямо из этого озера. Ну, там оно чистое, там карпы плавают. Но последний час прям вот плыл и пил. Так вот. Понял, что я очень на рыбу похож. Потому что, в принципе, мне больше ничто не нужно. То есть, как бы, вроде жира много, но у всех его много. Есть, вода есть, вечный двигатель такой. Плывешь, вот. И там, ну, лодка где-то идет, там иногда веслом по голове попадают. Там, ну, там тоже человек устает грести. Вот, это самое сложное было, ну так, из ярких эпизодов. Вот, а сама гонка, ну это, ну, вообще невероятные эмоции. И я вот когда туда попал, в эту всю ауру, знаете, там единственное, что удивило, когда был, ну уже все закончилось, принято, что все вот эти 40 участников, они собираются, они какой-то хоровод культовый водят, какие-то шаманские песни поют, там огромный зал присутствующих. И на сцену принято, что все 40 человек выходят с каким-то месседжем. Значит, ну все выходят и рассказывают свою историю, почему вообще, как они до этой жизни, зачем им это все. Ну, интересно было послушать. Мы сидим, у каждого команда, человек 500 в зале, трибуна, как вот, знаете, там у Трампа такая вот правильная, герб какой-то. Вот. Выходишь, знаковость такая, снимают камеры. И я слушаю, да, и выступаю так, 40-е место там. Ну, там не финишировало 2, соответственно, 38-е, 37-е. Но пока до меня дошло, я там чуть не уснул. Но суть в том, что у всех в жизни какая-то проблема. У кого-то ребенок умер, у кого-то родители от рака скончались, кто-то работу жестко потерял, кого-то в тюрьму посадили. Много наркоманов каких-то героиновых, которые... Ну, нормальные люди здесь есть вообще? Ну, это реально, я не шучу. То есть вообще, вот, история, что человек просто в своем уме занялся этой темой... Ну, пока до меня, до седьмого места не дали, я вообще не услышал ни одной. Вот. А первые 5 профессионала, как бы. То есть, я думаю, только 6-й остался вот этот там. Ну, может, он такой же хотя бы. С ним пообщаться не успели. Я даже сейчас я выйду, я не знаю, что сказать. У меня нет никаких проблем. Я выхожу, говорю, ребят, сори, у меня вообще никаких проблем нет. Расскажу вам историю такую. Я знаю, что за красный свет там типа штрафуют. Но когда все профессионалы туда поехали, ну, я поехал, получил пенальти, я вообще ничего не понял. Ну, как бы начал вокруг этого рассуждать там. А вот, он признался, ему еще 5 минут, я говорю, поздно, за мной час и передо мной час, ничего не изменит, как бы. Ну, все там ха-ха-ха посмеялись, но вот я в целом понял, что вот для, ну, там, американской публики, а там англосаксов было, наверное, 90%. Был израильтянин какой-то сложный, был чувак из Мексики, бывший каратист, который сейчас все это выигрывает в розовой форме, ну, вот, ну известный человек, там, может, если кто-то следит в интернете, он очень известный. Он просто был профессиональным каратистом, потом почему-то спонсор сказал, ну, хватит карате, давай вот в эту историю. И он начал. Почему-то он был весь розовый такой. Я думал, что это какой-то... Может быть, он там представитель меньшинств каких-то там. Но я не знал. Но потом вроде оказался нормальным парнем из Мексики. А так все в основном американцы, австралийцы, англичане, канадцы. У всех проблемы в жизни. Боже мой, там думаешь. Ну, наверное, я не тем занимаюсь. То есть, наверное, для них это выход из какой-то ситуации. И они говорят, да, мы терпим так, но потому что оно как бы хуже уже быть не может. Но нам надо отвлечься. Вот реально. Знаете, есть такие гонки на выживание, если кто-то, велосипедные. Но одна из них – это Race Across America, вот, которую ехал наш знакомый Артем Ситников. Ну, соответственно, но он ехал в команде, по-моему, из 8 или 4 человек. Может, из 4. Неважно. А есть люди, которые едут в одиночку, называется соло. То есть они вот эти 5000 километров едут за одну неделю плюс сколько-то часов. Ну, представьте, 5000 километров разделите на 7 дней. То есть они едут в день в среднем там... 700 километров, правильно? Даже больше. Больше 800 они едут в день. Ну, там плюс чего-то, ну, там под 800 километров они причем за первый день, за первый вот отрезок проезжают чуть ли не треть дистанции. Типа 1600 они проезжают нон-стоп. Что с ними, значит, происходит? Мне, да,
Вот еще один писал мне там, опять-таки, тот же самый Олег Тинько говорит, слушай, ты херню, знаешь, ты Iron Man, это очень легко, вообще неинтересно. Я тут фильм нашел, думаю, почему? Он говорит, посмотри. Да, этот фильм дает вот про эти гонки. Про вот эти, кто ездит соло, да. Ну, там так. То есть, человек. Он, вот у него вся жизнь, вот он проснулся в 3 утра, сел на велосипед, и он приезжает, и прям с велосипедом спать ложится, и там начинается новый день. А потом они рассказывают опять-таки, у меня героиновая история, у меня такая-то история, либо я 2 миллиарда заработал, но решил уже суицидом заняться, потому что мне нечего делать там. Сидит в ангаре со своим самолетом, вообще ничего не радует, ни секс, ничего нет. Ну, то есть вообще неинтересно жить, что делать. А вот там, ну, а, ну да, давай попробуем. Ну, вроде нашел себя в этом. Вот сидит, рассказывает это. Вот такая, ну, интересный фильм, честно говоря, я там был поражен. Ну да. И вот едет человек на этой гонке. Ему очень видно, что тяжело, его снимают, ему очень тяжело. Он начинает, да, за ним едет машина, за ним наблюдает. Но там уже едет день, там уже заканчивается второй. И с ним связь постоянная, у него уже не связанная речь, это все слышно. Не связанная вообще, там, непонятно, с кем он, с космонавтами каким-то разговаривать начинает. Его врач что-то спрашивает, он говорит, ты кто такой вообще, отстанет меня там. Ну все, значит, вот, пассажир готов. Вот так. Его, значит, к нему подъезжают, вместе с великом его раз, там, и в машину, на стол, вот, он тут же засыпает. То есть его несут, он уже засыпает. То есть он, в принципе, в невменяемом состоянии. То есть его кладут в эту машину, один делает массаж, а время идет. То есть как бы чувак это понимает. То есть как бы он, ну, установка дана, что тело надо поднять через 2 часа в любом случае. Есть вот эти 2 часа, и там как в Формуле-1. У каждого, когда они меняют шину, у каждого свой маневр. То есть кто-то, значит, в задницу вкалывает новокаин, потому что там уже живого места нет, и он может только заморозкой дальше ехать. То есть ему туда прям вкалывают шприцами обезболивающие. Кто-то меняет на велосипеде сиденье, чтобы по-другому там все притиралось. Вот. Через какую-то трубку какими-то энергетиками его колят. В вене, соответственно, там, ну, когда это было можно, ну, соответственно, тоже какой-то физраствор, тоже какие-то углеводы, сахар. Ну, то есть в него капают из всего. Он там, ну я извиняюсь, параллельно это все выливает из себя там куда-то. Ну, то есть как-то его стимулирует. Да? Все происходит, ну то есть как-то, ну это и живой же процесс. Как бы. Лишний вес не нужен, то есть это как-то там все происходит. Его спящим несут на велосипед. Ну да, а по дороге это все происходит, ну как бы никто же не останавливается. Ну ради такого, зачем останавливаться, время же идет. Ну то есть там все под себя и так далее. Ну то есть это вот, ну серьезные фанатики. Об этом подробно Крисси Веллингтон писал. Вот. Но когда об этом женщины пишут, потом читать вообще ничего невозможно. Когда там про мужчин еще как-то, ладно. Хотя тоже сложно. Но в принципе, вот, его спящим несут на велосипед, сажают, встегивают педали, будет. Давай там. Этап номер 2. Еще штукарь там. Раз. И он такой же. Как бы. Вся жизнь. На это посмотришь. Боже, какой там ультрамен. Вообще, мы о чем? Просто киборг. Он. Ну, в принципе, он в состоянии клинической смерти пребывает. Он уже потом, ну вот, даже есть, если вы почитаете статьи, мне интересно, если вы хотите увидеть трупы, сидящие на велосипеде, приезжайте на финиш гонки соло. Ну, приезжают люди, ну, то есть они, ну, там, в пограничном состоянии находятся последние несколько суток. Это он не только что в него попал. Как они восстанавливаются, но, знаете, фильм об этом не говорит. Я думаю, что это такой долгий творческий процесс. Я думаю, что вот в этом состоянии, когда им совсем хреново, они этого ждут всю жизнь, вот, чтобы достичь, дойти до этого состояния, такого вот спортивного, полностью там, спортивного конченного оргазма, когда можно ни о чем не думать, и проблемы все уходят, проходит очень много времени. Поэтому это состояние там, ну, у каждого, наверное, свое. В этом идеология. Ну, допустим, когда я бежал на последнем этапе ультрамена, и меня пейсил мой товарищ, мне, ну и начались горки в конце, это был уже 60-й километр, было больно и плохо так, но я начал ругаться матом. Я, в принципе, этого не делаю. Я просто начал материться на всякий случай, очень громко, все равно никто не понимает. Он так бежал, ну то есть поток мата такой. Твою мать, какие там горы там, туда-сюда. Кто это все насыпал, твари там. Специально, гады, я так и знал. То есть, их по плану не было. Ну там, кстати, плохая альтиметрия, если честно. А он говорит, подожди, сколько тебе денег это все обошлось? В Канаду команду привезти, за участие звать. Короче, ты заплатил вот за этот вот именно момент последних 20 километров. Короче, have fun, наслаждайся. И именно в этом самый кайф. Вот сейчас начинается именно то. Вот. Ну, в принципе, правильная мысль. Тогда они до меня совершенно не дошли. Я там как бы его так же жестко посылал очень долго, пока он. Да, прям очень жестко. Мы там
Но там в человека впихивают еду. Вот в меня приходилось, у тебя сознание, что должно есть все, оно отключается. Сам ты питаться не можешь. Вот что интересно. То есть ты понимаешь как бы головой, что вроде тебе надо питаться, но если в тебя не впихивать гели, не впихивать какие-то энергетики, ты их есть не будешь. Точно. А гели уже организм на третий день вообще не держит. Нужен так называемый solid food, то есть какая-то твердая еда. Поэтому, ну, есть человек специальный, который так на тебя смотрит, но ты уже не в неменяйке, начинает тебе это все пихать. Ты пытаешься его убить в этот момент. Поэтому он должен уворачиваться и продолжать тебе это все впихивать. Это такие интересные эпизоды. Ну, все остальное. Тогда смотри, а вот как это твоя прошлая версия была, когда вот марафон в Париже, который ты побежал, когда тебе все так говорили, что вообще нельзя никуда бежать. В чем прошлое? Нет, это как бы версия... Прошлая версия Алексея Панферова? Нет, нет. Я считаю, я категорически поддерживаю эту версию сейчас. То есть я считаю, что все болезни в голове. Ну, то есть когда там тебе говорят, ты тяжело болен, тебе это нельзя, то нельзя, а организм говорит, я такой же, как все остальные, и у тебя, ну, в общем-то, есть, как тебе кажется, определенный здравый смысл, что ты можешь немного себя напрячь, но свою голову залечить этим самым, ну, делайте это в конце концов. Ну, вы смотрели фильм про Харламова, ну, или знаете эту историю, когда ему говорили, что у тебя порок сердца, тебе ничего нельзя делать никогда. Но если у человека есть сознание, он может это понимать, что он это контролирует, и он себе не враг, ну, наверное, он может с этим поспорить. Поэтому я совершенно от этого не отказываюсь. Там, после сложной, тяжелой операции пробежать там марафон, я не считаю, что это всем нужно делать, это вообще ни в коем случае не надо копировать. Но если твое сознание тебя мучает и говорит, что ты должен себе чего-то доказать, что ты нормальный, здоровый человек, неважно какой ценой, ну и ты к этому идешь, и потом все нормально, но ты очень сильно продвигаешь свой процесс восстановления. Потому что все идет от головы. Я в этом на 100% уверен, тут ничего не поменялось, Макс. Тут мы можем вообще все версии сравнить за все это время, они будут всегда одинаковые, да. Чем себя замотивировать, когда нет сил ни желаний что-либо делать? Какую себя придумать? Да, есть такие эпизоды. Да, как у этих людей же, когда апатия никаких. Ну да, это цели, какая следующая цель большая? Вот если выполнил. Не обязательно спорте. Ну, знаете, мне, наверное, честно скажу, об этом сложно рассуждать. У меня такое количество целей на три жизни не хватит. То есть одна заканчивается, приходит другая. То есть планы есть всегда. Мне кажется, тут у всех должны быть какие-то бэкапы, запасные варианты. В самых разных категориях. Я сейчас не говорю про спорт, про бизнес или про семью, или еще там какие-то увлечения. То есть если чем более широко человек смотрит на свое развитие, тем меньше вероятность возникновения ситуации апатии, ипохондрии, все, что называется такой вот какой-то творческой меланхолией. То есть когда вообще человек сидит там и в одну точку смотрит. У меня просто такого состояния никогда не было в жизни. Я вообще не понимаю, о чем это. Да? Поэтому мне, наверное, очень сложно давать правильные советы. Есть, наверное, люди, проходившие через такое состояние. То есть для меня так, чем более сложно, чем хуже обстоят дела, тем больше у меня драйва. То есть для меня это определенный дополнительный стимул. То есть вот если все плохо идет, вот вообще ничего не получается, великолепно, значит, ставим еще больше цели, еще больше концентрируемся. Мне так правда легко. Ну, это... Болезнь и кризис – это для вас вызов? Для меня кризис, вот я с этого начал. Для меня вот сложная ситуация – это великолепный вызов. То есть когда все хорошо и здорово, вызова определенного нет, но можно как бы даже подрасслабиться, но все налажено. Когда все очень сложно, вот я приведу пример. Я выхожу в толпу, ну, на мой взгляд, совершенно неадекватных, разъяренных людей в пятницу этого дня. Там, я даже не понимаю, о чем я буду с ним разговаривать, честно. То есть они меня все хотят убить изначально. Выходит банкир в костюме, ну, какая-то там, ну, какое-то конченое животное. Там. Сейчас будем с ним жестко разговаривать. У нас тут требования, плакаты с Путиным, с Медведевым, вот, с Набиуллиной. Сейчас мы скажем вообще, что вы за все... А ты яркий представитель вот этих вот гоблинов, соответственно. Сейчас мы тебе все скажем. Ты пытаешься что-то сказать, а на тебя... Ну, я просто это очень хорошо понимаю. Вот. И нужен какой-то внутренний мотиватор, драйв. Вот это определенная проверка. То есть надо обязательно на это идти. Надо обязательно идти на какие-то сложности, для того, чтобы, оказавшись в тех условиях, которые якобы там уходят из-под твоего контроля, ну, какими-то механизмами их оставлять. То есть это, безусловно, некий тренинг. Я вот думаю, что у каждого он свой. У меня методики нет. Но я считаю, если себя готовить к таким ситуациям, о чем-то думать, о сложных, о кризисных моментах, они неизбежны в жизни, неизбежно. Что-то обязательно происходит. Вот. Но если мы об этом думаем, все к этому готовимся, то есть какой-то ответ, есть свой внутренний протокол, программа, которая помогает из этого выходить гораздо более мягко.
Ну, то есть в этом ситуации пойти, вот ни в коем случае, не бывает таких ситуаций. Ты пошел, выпил и вроде отпустил, только хуже будет. Ну, то есть я имею в виду никакие стимуляторы, никакие фиктивные, текуй, вот короткие, я просто вино сейчас или какой-то алкоголь, или еще что-то более сложное, имею в какой-то категории переносное. Понимаете, есть какие-то возможности уйти от проблемы. Я считаю, этого делать вообще никогда нельзя. То есть уходить от проблемы в сторону, это значит ее сделать уже неизбежной намного. Но ты вот читаешь какие-то бизнес-книги, там все первые, ну, наверное, рекомендации всех успешных бизнесменов. Если есть проблема, сразу начинаю ее решать. Вот если смотрели фильм Навального, потом были комментарии к нему, и вот эта фраза там прозвучала. То есть как отношение Медведева на то, что было сказано Навальным. Там именно так было сказано. Ну, как бы, какое отношение? А зачем мне что-то комментировать? Ну, то есть, зачем идти навстречу проблему? Ну, это логика такая, да, у многих людей такая логика. Я считаю, что у меня совсем не так. Мне, еще раз говорю, не знаю, ответила на вопрос или нет, но мне сложно представить такое состояние. Какая следующая большая? Сейчас. Можно вопрос? Да. Провокационный. Вы сказали, что здесь ваш сын. Вот он. Он в пассиве. Я предлагаю его... Дать ему слово. ...в актив перевести. Задать ему такой вопрос хочу. Был ли такой момент... А меня зовут Александр. Да, очень приятно. Был ли такой момент, когда папу пришлось возвращаться в семью? Что вы видите, что вы его теряете, так сказать, да? Было желание его вернуть или потерять. Ну, а папа добавит, если там что-то на эту тему будет. Может быть, у папы такое же видение было, что вот я ухожу, блин, куда-то надо вернуть. Мне это очень интересно самому это услышать, если у меня нету... Я клянусь, у меня нету вообще... Да, я считаю, хороший вопрос, давайте послушаем, мне интересно, что думает об этом. За лучший вопрос три книжки у нас есть, за три лучших вопроса тебе надо запомнить. А давайте вообще всем подарим книжки, кто хочет, я честно, ну я не могу... Я только три, ты А, вот они, эти, да? Все книжки. Нет, ну надо... Да, надо было, конечно, надо всем подарить, я вообще считаю, что это правильно. Но я в следующий раз лучше подготовлюсь. Ну, все-таки вопрос. Три как-то странно, да. Встать как? Ну, встань, я не знаю, не можешь сидеть. Мы познакомимся все. Ну, давай, выходи. Наверное, не готовился. Максим, значит, я сын вот Алексея. Да ты что? Ну, правда, был такой определенный момент, когда... Максу 17 лет, он волнуется немного, это все-таки... Я тоже волновался, Хорошо. Какой момент? Вот, был такой определенный момент, когда все-таки, можно сказать, что папе... Ну, у папы очень был в какой-то момент, ну, и сейчас то же самое, но, тем не менее, в какой-то момент был очень успешен прям в бизнесе, и всего добился, чего хотел, поставил свои... И хотел немного перепоменять, мне кажется, категорию, перейти больше, добиться успехов в спорте определенных. И в какой-то момент, да, папа, может, слишком много времени уделял спорту, ушел полностью в эту категорию, но все-таки хотел в какой-то момент папу вернуть. Но в какой-то момент папа все-таки, мне кажется, осознал то, что слишком... Одумался. Слишком сильно на спорте и вернулся все-таки больше. Ну, то есть я просто перефразирую. Ты хочешь сказать, что тогда, когда был вот этот год ужасный, когда было 58 соревновательных дней, вот, были призывы, слушай, хватит там путешествовать, есть обязанности здесь. Ты это хочешь сказать? Ну да, мне кажется, ну это после Ультрамена это было. То, что Ультрамен... Ну, 13-й год. Ну да, Ультрамен как бы прошел и вроде бы всего добился, а папа еще больше хотел там... Не знаю, говорит, вот сейчас полечу, там заодно сделаю Iron Man, еще один Iron Man. Вы папе подсказали или у папы что-то щелкнуло, скажем так? Ну, скажем так, было. Поговорите с тобой. Ну, тяжело так, конечно, говорить между собой прям, но... Почему? Давай, что все свои. Сидят люди, у которых тоже там может стрельнуть или не стрельнуть. И может получиться ситуация, когда человек напишет книжку, не имея уже ничего, ни спортивных, так сказать, да, ни семьи, ничего подобного. И ваша вот эта вот ситуация, она уникальная, и я предлагаю ей поделиться, это ваше открытие сегодняшнего дня, на самом деле. Ну, знаете, я бы хотел в первую очередь сказать то, что, может быть, у меня, я был не в том возрасте, чтобы как-то я мог... какое-то мнение может выразить свое, подойти и сказать, пап, ты не прав, все-таки, мне кажется, нужно больше времени уделять семье, потому что у меня... А сейчас бы ты сказал, мне просто интересно. Мне кажется, что нужно все-таки, когда человек немного уходит, немного не на том сосредотачиваться, иногда напомнить,
о том, что все-таки есть еще другие важные категории, о которых, может, он забывает. Ну, я хочу сказать Максиму, знаете, за что спасибо? Потому что у нас вечер, ну, вообще мы мало видимся, но, естественно, очень много задач, которые вне дома стоят. Ну, то есть это бизнес, это, ну, масса инициатив, ну, в том числе в спорте, больше какое-то меценатство там по тому, там, скажем, чем мы занимаемся. Но в целом у нас есть такие, ну, скажем, очень важные дни, там, семейный день, когда мы общаемся. У нас обязательно вечером семья должна собраться за столом и что-то пообсуждать. И во многом Максим является, ну, скажем, философом такого общения, потому что оно нужно, и кто-то это должен отслеживать. Поэтому семейные ценности никто не отменял, а мы очень часто это отпускаем. То есть, так, зачем все это? Если вот так, честно, внутри все это, ну, скажем, к нему так не относиться искренне. То есть каждый вроде бы находит себя в чем-то полезным, важным человеком. У супруги есть какие-то задачи, она занимается детьми. Там сейчас у нас дочка, у Макса сестра, ей 6 месяцев. Соответственно, это новый вызов, вот, для нее задача. Ну, там мало собираемся, мало общаемся. Поэтому Макс является хранителем в этом смысле семейного очага. Я очень ему благодарен. Ну, действительно, в 2013 или 2014 году тогда, если бы Максим пришел, сказал: «Пап, слышь, хорош, давай это, делом займемся». Я сказал: «Рано еще это обсуждать». Но я думаю, что здесь правда где-то посередине. Конечно, сигналы были от семьи, от всех, но такие аккуратные. Никакой жесткой позиции не было, потому что вроде я все свои обязанности всегда выполнял. Вот. Ну и знаете, как там вот я слышал разговор женщин, там такой: «Слушай, ну что ты переживаешь? Ну ездит там, ну не бухает там, не общается, там, я не знаю, любовниц нет, ну слава богу, тут другие проблемы у всех. Слушай, спорт — это же такой позитивный, ты радуйся, ты не знаешь, как у нас». Ну, я там потом уже жена говорит, Макс и мама говорит: «Слушай, ну я не ожидал, что она так, все здорово, ты там где-то едешь. Оказывается, это все очень позитивно, все завидуют так. У тебя там типа точно нет любовницы?» «Ну, точно. Я так думаю, да, да, как бы». Вот. Ну и, соответственно, это все, да, ну, вроде как на позитив переводится. То есть бывают сложные моменты семейные. Ответ – да, бывает. Вот если кто-то скажет, что это идеальная семья, и там всегда все типа ровно, как в фильмах, и ярко, да, нет, это не так. Бывают сложные эпизоды, потому что все меняется. Вот. Но если семья умеет договариваться, семья умеет как бы понять друг друга, главное – услышать. Потому что вот когда человеку 17 лет, как говорил Ричард Брэнсон, показывая своего сына, лежащего на гитаре там, на его острове, подходит, он даже внимание обращает, говорит: «Ну, ему 17 лет, он крутой». Ну, просто поймите, в 17 лет каждый должен быть крутой. Как бы иначе у него жизни не будет. Вот, в принципе, это, ну, действительно, в этом возрасте есть определенный максимализм. Ну, ты сам знаешь, я тебе всегда это говорил, ну, откровенно абсолютно, да? Всегда дискуссия, но дискуссия обязательно с уходом в какие-то глубинные проблемы. То есть, если ты пытаешься разобраться во всем, ну, ты должен там тоже разбираться. Нельзя сказать: «Так, надо вот учиться, хорошо, потому что у меня были пятерки». Ничего не будет, мне кажется. Путь вообще в никуда. А зачем? А зачем все подряд? Ну, следующий вопрос. А зачем мне знать математику? Ну, можно поговорить об этом. Так, а география мне зачем? Тоже можем пообсуждать. Ну, вот как раньше, мне, я сам себя спрашиваю: а зачем я буду изучать историю коммунистической партии? Ну, понимаете, да? 89-й год на дворе. Все. Я не понимаю, зачем я задаю экзамен? Ну, я говорю: да, за тем, чтобы получать повышенную стипендию. Ну, мне понятно, денежный вопрос. Так, сразу запомнил, вычеркнул из головы. Есть подход к какой-то категории, все, он тебе понятен. А это должно навсегда остаться. Совершенно другой подход. Ну, разные методики. Вот мы так общаемся. А как вы втянули свою семью, чем ее замотивировали? Отпустим, отпустим. Ладно, пожалуйста. У меня жена сделала в октябре прошлого года первый полу-айронмен. Ну вот. И для меня это было так удивительно, потому что шла она к этому такие долгие годы. Было столько сорванных айронменов, столько попыток. Мне казалось, что это никогда уже не закончится, это какое-то было наваждение. И когда я наконец-то это сделал, не за самое плохое время, вот, и на очень сложной трассе на Сардинии, я как бы подумал, ну, что так глядя... Сначала она смотрела, мне говорит: «Какой же ты ерундой знаешь, я даже бегать никогда в жизни не буду». Потом начала бегать. Потом начала ездить на велосипеде. Потом мне стало очень интересно плавать. Я думаю, ну я, наверное, своим маразмом могу кого угодно завести вот до этого состояния. Я говорю: «Таня, да, слушай, не, совершенно не обязательно это все делать, но есть масса других важных занятий в жизни. То есть, условно, если ты не будешь этим заниматься, у меня не будет никаких претензий. Может, не надо, может, надо чем-то своим, может, там, узелком там, или как-то крестиком вязать, я даже не знаю. Может, чем-то я тоже буду это уважать. Но нет, вот надо, потому что все бегут, и я бегу». Ну, то есть, как бы, ну вот эти общие поездки, велосипед, ну, как бы интересно стать лучше.
Поэтому это постепенно. То есть, мне кажется, самое главное, вот сын старший, который там же на Сардинии в это же время сделал уже, за очень хорошее время сделал тоже половину Айронмена, и он сказал, блин, я вообще не понял. Он отрицал это все, ну ты знаешь. Он сказал, да это вообще просто ни о чем. Потом он уехал, он в Москве работал в Барклейс, Барклейс в Москве стал закрываться, ему дали очень хорошую должность в Лондоне, он уехал инвестиционным банкиром очень крутой категории в 25 лет. Ну, то есть он приехал, ну, по сути, в центр, финансовый центр Европы, где он на хорошей позиции в крутом банке, и у него этнический состав разный, там индусы, какие-то там восточные Европы, французы сейчас, да, все, короче, с ума сошли от этого триатлона. Я вообще даже не ожидал, что это так круто. То есть очень важно, чтобы не кто-то свой, поскольку в своем в отечестве нет пророка, как известно, да, а вот когда приходит информация со стороны, что это и есть лайфстайл, что это делают люди, все, вот так. Я начинаю менять подход, но мне это как говорит, так, а где тренер найти? Так, а что, как вот, кроссовки какие? Так, велик есть, отлично. Двигаемся дальше. Какой план? Вот такой. Все, то есть сам, никогда ни на кого не надо давить. Мне кажется, это единственная возможность вовлечения. То есть если есть пример, ты можешь об этом поговорить, это хорошо. А если ты говоришь, вот есть только это панацея, мне кажется, никогда ничего не получится. Алексей, вопрос. Да. Какая, вот вы столько всего сделали, есть какая-то цель большая, спортивная, я имею в виду, которая еще, так скажем, не покорена, и ее очень хочется покорить? Ну, я оставляю планы попасть на Ironman Kona, но я точно понимаю, что эти планы... Ну, вот смотрите, моему партнеру Леониду Богуславскому 66 лет будем отмечать. Он начал в 63 года заниматься. Говорит, ну, я только начинаю. Ну, реально он так говорит. Он уже квалифицировался на чемпионат мира. Я думаю, ну, надо тогда до 60 подождать, там, может быть, выберется. Нет, и причем форм... Не, серьезно, я не шучу сейчас. Да, оставаясь в форме, потому что когда ты смотришь на этих... Ну, уже их дедушками назвать нельзя. Вот вы поймите, ты на них смотришь. Я вот первый раз видел награждение. Там, ну, я не помню, 76 лет было, ему весь зал стоя аплодировал. Он проплыл быстрее меня на 20, на то ли 15, то ли на 20 минут. Он стоит такой бодрый мужчина, 76 лет. Там, если надо, там подойдет кого-нибудь, там, примет тоже. То есть он такой стоит, вот, все стоят. Вот просто потому что они хотят быть такими же в этом возрасте. Это степень свободы и самочувствия. И это вот вообще важно, что человек на многое способен вот от жизни получать удовольствие, развиваться как-то. Мне кажется, это гораздо более важно, чем вот спортивная цель. Если она стимулирует поддерживать форму, это очень хорошо. Но вот в данный момент, если сравнить Ironman Kona или Эверест. Мне Эверест гораздо интереснее, если честно. Вот я бы хотел больше зайти на Эверест, чем попасть на Ironman Kona. Но это какая-то еще итерация триатлона. Ну, вот. Ну или там, допустим, многодневную гонку скитуринга, которая называется Пьера Мента. Мне сделать тоже очень-очень интересно, я обязательно сделаю. Я в том году должен был сделать патруль де Глассье, это культовая швейцарская гонка. Даются сутки, чтобы на лыжах через большие долины с набором 10 тысяч пройти из Цермата в Вербье. Первый раз эту гонку отменили из-за опасности схода лавин. И сошло 3 лавины по пути, то есть люди бы погибли. То есть ее отменили за 10 минут до старта. То есть я вот готовился весь сезон, вот уже приехал на этот старт, и гонку отменили. Была жуткая совершенно погода. Ну, вот. Но вот это очень хочется сделать. Безумно интересно. В этом году будем делать первый кемп по скитурингу. Потому что в России этим никто не занимается, но тут и инфраструктуры нет. Вроде в Сочи собираются этим заняться. Там специальное оборудование, там специальная техника, там, ну, отдельная совершенно тема. Но от этого она становится только более интересной для меня. Алексей, да, да. Вопрос, да. Профессиональный вопрос. Да. Вы замечали ли вы травмы? И если да, то как вы восстанавливались? И как вы вообще относитесь к реабилитации? Очень позитивно. У меня, я объясню. Я считаю, что это самое главное. Потому что у меня, ну и любого, наверное, человек, у которого есть амбиции достижения каких-то временных результатов, вся жизнь, она от травмы к травме. Ну, то есть нет такого состояния, либо ты от этой травмы отходишь, либо ты там эту травму потихонечку там набегаешь. Вот сейчас я добегался до усталостного перелома третьей плюсневой кости. Ну, просто вот хроническое плоскостопие и продольное поперечное, оно за долгое время бега на передней части стопы, не буду называть кроссовки, чтобы не делать антирекламу. Вот. Бегаю только в одних и не могу ни от них отказаться, соответственно, всю жизнь. Поэтому я как бы получил этот перелом, ну и все, и резко все встало. Вот я там, ну, очень переживаю по этой теме. Сейчас съездил вот в Мюнхен, как раз делал специальные стельки, общаюсь с реабилитологами, у меня был определенный протокол. Но там тоже и за гранью добра и зла, там со стероидными уколами туда, чтобы это увеличить. Ну, это выбор каждого, но это не очень полезно. Но я просто, чтобы сократить восстановление, сделал все. Ну, там,
с различными людьми, типа доктор Зло поговорил о этом, используя свои технологии. Вот. Поэтому самые разные протоколы, к ним отношусь крайне положительно. Но самые жуткие травмы, это когда в 2012 году на Трансальпе мы ехали такой спуск пачкой, и мотоцикл сопровождения отъехал, и просто человек, который каждый день жопой сдает из двора, ну также вот в там, 12 дней он также сдавал, но как бы было все равно, что там гонка проходит. И он там на своем, там, я не знаю, чем, Рено или Пежо, выезжал из двора и просто перекрыл всю дорогу. Там скорость 90 км в час, до него 60 метров, и все. Вот тут дом, узкое такое горлышко, спуск, никто себя не бережет, я впереди пачки еду, за мной там 30 человек. Там, кричи, не кричи. Ну, соответственно, ну, ты понимаешь, сейчас либо будет завал какой-то, там, ну, вроде как все начали реагировать. Но у меня была такая позиция, что я просто уже понимал, что я точно либо вот лобовая, и там ударился, да, хотел как бы в стену дома влететь. Я помню, как на машине учили, если тормоза отказали, надо тормозить, а ближе стоящий предмет. Но тут, соответственно, надо было с собой тормозить. Думаю, вот дом, уже увидел белую стену, думаю, даже уже вижу, сейчас я вдоль нее. Ну, как, даже не знаю, поскольку не смотришь в этот момент на скорость, но как-то я ее пытался гасить, велосипед идет юзом, но такой сильный удар оказался в бордюр, что я бордюр перевернулся, не смог к дому подъехать, чтобы об него тормозить. И уже спиной влетел в этот дом и плечом. Я потерял сознание, соответственно, и сломал плечо до такой степени, что у меня просто полилась дико кровь из плеча. Был фонтан крови, меня и попал в реанимацию. И это заняло очень долгое восстановление, просто безумно долгое, потому что вот эти все суставы, связки, вот плечевые сумки, там масса всего, так называемые, как-то акромиальные, что все... Да, ну это вообще такая история. Вроде оно зажило, потом, опять на плавание, раз, опять. Вот, ну... Соответственно, как все говорят, надо консервативно ехать в спуске, но гонка, адреналин, у меня не получается. Я все время так смотрю на спидометр, когда будет 100, будет или нет. На этом не получится, на следующем будет. А смотреть как бы тоже не полезно, потому что надо вроде на дорогу смотреть там туда, где оно у меня. А уже все это в поту, плохо видно там. Будет сотни, не будет. Ну вот, в последнее время не дохожу, честно говоря. В том году ездил гонку, по-моему, там максимум что-то было 85, ну, то есть... Страшно прямо. У меня это осталось еще по ощущениям. Нет, травм очень много, самых разных, вообще жутких. Особенно с велосипедом самая ужасная история всегда связана. Можно призвать к аккуратности, но тут все зависит от того, как человек относится к адреналину. И вы такие даже сейчас... Я там специалист по реабилитации, да. Могу обращаться. Визитки здесь, да? Да? А, это не шутка, я хотел пошутить. А, нет, это очень важно, да. И только здесь вы можете получить правильную консультацию, да. Вы обратили на себя внимание, да. Так, какие еще вопросы? Отлично. Да, да. Можно, да? Да. Велосипедов от вас или моих? От вас ни одного, да. Смотрите, вопрос от вас. Значит, в списках вы не увидели по прошлому году меня? Финиширующих или финишировавших? То есть я уже финишировал, в принципе? Нет. В каком смысле? Но я в протоколе. Не финишировали, да? Финишировал. Финишировал, да, я есть в протоколе. Так, придется оправдываться. Да, я делал, ну, это Форт Вилледжа я был на половине, но, если честно, я до конца велоэтапа находился около своей супруги. Для меня это было очень важно. Вот. Ну, мне казалось, что я должен как-то отвечать за то, что ничего не случится, хотя движение было перекрыто, но я безумно нервничал. Поэтому, ну, самое интересное было на плавании. Я плыл вот так, как Леонид Богуславский плывет, и как бы направлял, глядя. И вот я понял, что люди вот так кролем плывут все. Я как бы... А там было несколько женщин еще, они были, казалось, просто мне все были жутко благодарны. Зачем вы нам так всем помогали? Да у меня жена-то на самом деле плавает. Они думали, что я отвечаю за тех, кто в арьергарде там плывет в конце, чтобы никто не потерялся. Я их так, как дельфин там подгонял. И у меня был заготовлен. Я закупил такую штуку. Но меня ее на старте отняли, потому что иначе меня дисквалифицировали. Такой желтый буй. Я был вот, должен был быть... Я такой, да, подгребал. Соответственно, большое вам... Зачем вам это все? Зачем вы нас вели? Нас такого... Всю жизнь там все время... Ни разу такого не было. Так удобно плыть.
Я говорю, у меня жена между вами плывет. А говорит, а почему вы иногда так вот дергались? Я говорю, что жена хотела там отдохнуть. А, понятно. А вот в этой шапке, да, вот она плыла. Соответственно, я с ней плыл и ехал рядом на велосипеде, а набор на велосипеде 1600 метров. Поэтому ты волнуешься. Можно, там некоторые подъемы очень сложные. Вообще, ну, если вы знаете, если вы так вопрос задаете предметно, то там, ну, трасса велосипедная, она такая. С претензией. Еще ветер поднимается во второй части гонки. Поэтому мне надо было как-то убедиться, что она живой доедет. А там как-то уж пешком она 21 дойдет. Вот. Ну, соответственно, на беге я, наконец, побежал. Ну, вот, уже так нормально. То есть для меня было важно, как я пробегу. Поэтому абсолютный результат в этот раз значения не имеет никакого. Ну, где-то там финишировал. Там, в середине протокола, может. А? Всегда только длинные дистанции бежите или олимпийские тоже? Я олимпийские не рассматриваю, потому что мне очень стыдно, я очень плохо плаваю. А если там в олимпийской впереди не вылез, и пачка уехала, там же можно драфтить, если вы знаете разницу. Ты там с сильными не уехал, но ты там где-то в конце один грустно едешь. Первая моя дистанция в жизни – это олимпийская. Причем она была на официальном этапе ITU, я об этом даже статью писал. Я вообще даже не знал, что такое триатлон. Мы приехали в Сан-Ремо, красивый город, там, фестиваль песни знаменитый. Я думаю, завтра какой-то триатлон, ерунда какая-то, надо пойти там шампанское выпить. Ну, вроде уже договорились. Приехали с друзьями, ну и там все на итальянском языке. Мы единственные иностранцы, они же русские. Вот это была олимпийская дистанция. Нам сказали так, первые мужчины, через 2 минуты женщины. Мы не знали, что там, ну, 95% людей – это профессионалы, которые просто в зачете соревнуются, там, любителей нет. И когда все поплыли, я понял, что я один остался, а рядом Добрынин со мной. Когда говорит, куда плыть-то? Я говорю, я не знаю, вперед. Вперед. Брасом как-то там. Вот. И мне показалось, прошла минута, и по нам проплыли женщины, которые через две минуты стартовали. И в конце мы такие плывем, ну реально, там такие свистки. Там люди свистят, а Добрынин прям веслом вот так бьют. Потому что он уплывает в зону движения катеров. Прям. Причем он бьет вот так от меня, а он пытается от этого весла отмахиваться. И мы выезжаем, и стоит в транзитке 2 велосипеда, его и мой. И больше никого нет. И нам как бы ребята говорят, будете продолжать? Так, ну, непонятно. Приехали, как продолжать надо. Ну, я с тех пор больше не устал на Олимпийке. Там, ну, вот, в конце там просто обогнал 2 человек, которые уже идут, понимают, что бороться не за что. Там, меня похлопали, ну давай, беги там. Ну, вот. Ну как непонятно. Но это явно та категория, где взвес 1,5 километров относительно всего остального, это очень много плаваний, да, то есть 1,5 относительно 40, вот, если взвесить по длине, то это гораздо больше, чем в Ironman 3,8 относительно 180 или марафона. Ну, то есть неадекватные пропорции получаются. А я плавать просто ненавижу. Sorry, Макс, не про LF Running. Я, нет, правда, не люблю. Да, нет, я love swimming. Нет, я про LF Running, но не про LF Swimming. Да, это как бы, вот, я это имел в виду. То есть я очень люблю бегать, очень люблю велосипед, но я вообще не понимаю, зачем плавать в бассейне. Ну, то есть я как бы открытую воду, ну да, вот туда плывешь, там что-то меняется. А когда как вот это вот, еще и в хлорке, да еще и там есть спортивная холодная вода, ну это кошмар какой-то. Ну, я просто не знаю. Пропорцию сохранить мы в этом году в рамках стартов Iron Star, может быть кто-то знает, сделали в Завидово. Первый старт в России, когда будет пропорционально уменьшена дистанция относительно Ironman'а. То есть будет... Я расскажу про это, можно? Вот да, у меня есть на эту тему отдельный месседж. Был... Нет, он такой, смотрите, он к рассуждению, на самом деле, что происходит? Я так думаю, вот я такой отличный, типа, байкер, такой вот классный бегун, и вообще меня обижают только на плавании. Кстати, мне надо искать какие-то специальные старты, где вот пропорция для плавания минимальной. Был такой формат, если помните, назывался 3-star-111. И у него была одна гонка, Тристарт 222 на Сардинии, одна. Вот. И были 55,5. Ну, то есть ты плывешь километр, сотню едешь, а потом десятку бежишь. То есть самое главное там велик. Я его всех сейчас просто всех выкосим. Думаю, вот моя тема. Знаешь, что произошло? Я туда приехал, там одни велосипедисты. Там половина плывет брасом. То есть я не знаю, как они проплыли, они все в точку уехали. Это вообще не про триатлон. Я там сам, боже мой. Вот для чего, то есть это сделано. Но там реально у людей триатлонных велосипедов не было. Со мной едет рядом чувак, я такой лежу, упираюсь. Просто едет такой одной рукой, там что-то жует. Так на меня смотрит. Говорит, ты нормально? Я нормально. Там. Ну ладно. И уехал там с сопротивлением ветра. То есть там такие лоси. Но они как-то доплыли. Они все плывут вот этим вот. Ну, понимаешь? Ну, брасом. То есть они без уважения друг к другу. Там, по головам там все. Там в сторонке доплыл. Ну что такое-то у них на километре выиграл 2 минуты, они все уехали.
А потом они как-то добежали. Вот как они ехали, они так по инерции покатили и как-то там добежали. Это тем, чем закончился этот формат. Его же снесли потом, они обанкротились. Но надо... Нет, смотри. Когда это там, ну, в том числе, вот отдельно, как целая линия, это там гонка для байкеров, но она оказалась неуспешной. Да, потому что, ну, как бы триатлонисты туда приезжают, они говорят, боже мой, ну тут такой перекос явный. Вот, но они могут на других гонках тренироваться, соответственно, ну и соревноваться. Ну не знаю, но это вот просто интересное наблюдение, которое было. Я там пару раз выступил, и каждый раз вот эта история с этими людьми на титановых великах, которые в точку от тебя уезжают, ты ничего сделать не можешь. Унижение страшное. Страшно. Я больше не хочу это все чувствовать. Так, а у вас какой-то еще вопрос, да, был? А я не ответил про велосипеды. Извините, про велосипеды отвечу. Да, я минимизирую все время, стараюсь работать над минимизацией количества велосипедов в моем парке. Потому что когда мне казалось, ну, год не встретить без нового велосипеда, просто зачем тогда жить? Опять. У меня почему-то было так. Ну, чтобы иметь дополнительный стимул, нужен вот этот новый конь у тебя там запаркованный, и это там дает столько эмоций, что ты сложные те тренировки терпишь совершенно иначе. Для меня вот этот... У вас велосипед. У кого-то пиво, у вас велосипед. Ну да. Нет, это фетишизм. То есть это пиво все-таки это какие-то, ну, физическое, физиологическое восприятие. А спортивный фетиш, ну, если честно, я считаю, что надо быть нарядным. То есть я всегда к форме, я считаю, что надо быть очень нарядным. То есть ты тренировался, вышел, эпилировался красиво, загар. Нет, реально я так считаю. Ну, то есть ты должен быть очень, ну так, ну, боже мой, да вот пришел человек, да, принес себя. Форма, все, там цвета, все, кепочка, все там в цветах. Там, если это там Angry Boys, все оранжевое с черным, там все очень стильно. Мне кажется, это важно. Но меня это очень стимулирует. То есть если я там надену... Но цвет детской неожиданности формы, не поэтому люди бегают там, в чем попало. Вот им там раздали в наборе там какую-то триатлонную форму, ну, конкретно к старту. Он надевает, как она будет, чего, как там в ней поведет себя, натрет, не натрет, где натрет. Не важно, он в ней бежит, ему нравится. Ну вот. Ну, то есть я внимательно к этому отношусь. Потом, если ты бежишь, вот если здесь будет что-то светлое, ну, я извиняюсь, у вас там из вас все там и сопли, и все, здесь вот все на тебе, ну, прибегает такой человек на финиш. Ну, когда-то его макнули там куда-то, вот он прибежал, а дальше же фотографии все покупают, знаете, да? И вот ты смотришь на эти фотографии, думаешь, зачем ты вообще это все фотографировать? Надо прибегать, как бы ожидая эту фотографию в конце. Потому что потом долго будешь смотреть и думать, вот, как же было тогда классно. Ну, вот, здесь, ну, такой эпизод. Для меня вот это с велосипедами связано важно, поэтому сейчас я минимизирую, даже не могу, ну, посчитать. Как у меня в Москве стоит мой один из первых триатлонов, но он как крейсер «Аврора», он на приколе стоит, я там днем сижу на нем. Он давно уже не выходил в люди, я думаю, что не может, наверное, уже. На станке стоит установленный. А так, ну, наверное, три дорожных велосипеда и один триатлон, и четыре велосипеда. Когда-то было 11. В пике. Ну, то есть, работу ведем. Можно? Индекс велосипедов. То есть, внимание там, человека к, или там, его, место спорта в жизни человека. Там, и, да, как, знаете, индекс Биг Мака там, по разным странам, чтобы понять доход населения. Вообще платежеспособность. Ну, тут то же самое. Вот. Да. Еще пару вопросов. Давайте. Да. Давайте. Так. Потом резкий спуск. Ты понимаешь, вот все. И там тоже и мат, когда ты не материшься в жизни. То есть вот как с этим справиться? Вот ну, кайфанули вы там или нет? Кайфанули, да? Полный, ну вот. Да, вот. Супер, что значит раз, наш человек, да. Заставить себя дойти. То есть вот этот момент. Наверное, вы его много раз испытывали. Вот, у меня есть такая форма. Я понял вопрос. Есть такая форма. Я знаю очень много людей, которые очень часто сходят. Вот с кем бы я ни общался, или как бы долго об этом не думал, если человек один раз сойдет, у него всегда потом будет, ну, скажем так, excuse или повод, да, себя в чем-то уговорить. Или если вот на тренировке тяжело, есть какая-то задача, и вы один раз себя почему-то убедили в том, что вы должны изменить формат или вообще прекратить ее, вы будете это делать всегда. Ну, очень тяжело вернуться, потому что будет вот этот вот, ну скажем, вот эта лазейка для мозга, потому что когда он в тяжелом состоянии находится, ему этих лазеек давать нельзя, там все, то есть вот этот паттерн надо просто удалить, его там не может быть.
Поэтому, когда у меня возникает тяжелое состояние, у меня даже не возникает сомнений в том, что я должен... Вот там начнется жизнь, а здесь... Кто смотрел фильм, как бы, о чем говорят «Мужчина один», где про немцев было? Я, честно говоря, вот, поскольку они у меня оба были, вот мы с Максом с ними проводили время, соответственно, Хаид и Барретс, мы там отмечали день рождения моего партнера, с ними общались, у нас там был яхтинг вместе. И, ребят, как вы про фашистов придумали, я правда так думаю. Ну, то есть, ну, не совсем в той, как там, когда он бабушку какую-то переводит, у меня таких мыслей, конечно, нет. Вот. Но когда тяжело, я там представляю какие-то военные действия и думаю, ну, вот, вот там есть жизнь, там как бы спокойно, вот там все нормально, там можно расслабиться. А до этого есть вероятность, ну, того, что здесь начнутся какие-то волнения, что-то случится. Вот только за этой чертой есть жизнь. Ну, как, не может отказаться. Ну, то есть это как бы связано именно с тем, ну, с каким-то летальным исходом. Для меня вот такая категория, я вот обязательно до нее доползу, там, догребу, но пока я еще, ну, не помню такого состояния, даже когда я падал, попадал в реанимацию, убегал из нее, как в том случае, когда был на велосипеде. Когда там один раз у меня было падение, очень жесткое тоже с потерей сознания на триатлоне на Козумеле, там, с жуткими повреждениями, но я все равно добираюсь до финиша и никогда об этом не жалею. Хотя, если рассуждать с точки зрения, допустим, профессионала, я долго не мог их понять. Ну как же, почему они сходят, ну как же стыдно, но им же все равно легко. А они не так думают. Так, если это за деньги, то вот сейчас я после вот этого состояния туда залезу, в эту категорию, и потом, чтобы мне заработать мои деньги, мне надо ждать следующего года. А так у меня есть гонка 2 для подстраховки, 3. Я сейчас закроюсь, это будет легкая тренировка, но зато я к следующей гонке себя подведу. И там свой бонус-пул получу. Поэтому к ним претензий не может быть. Они это делают за деньги, но к этому также надо относиться. Хотя есть другие спортсмены, я видел, если человек попал на кону, я не помню, кто это говорил, и он один раз боролся за первое место, я не помню, кто это был, это известный ролик, и он просто решил сойти. И когда он решил сойти, пробегающий мимо любитель говорит: слушай, ты столько времени готовил, я вот всю жизнь шел, пытался до кона добраться. Я просто не понимаю, я буду умирать, но я вот туда дойду. А ты просто берешь и в самой культовой гонке просто берешь и мне показываешь пример, что можно вот так взять и сдаться, и вот тут вот стоишь. Ну, это дело твое. Ну, он там сел на какой-то мопед, его судьи довезли до финиша, он долго об этом думал, он об этом рассуждал. Не помнишь, Макс, кто это? Известная история. Он дает это интервью и говорит: я долго об этом думал и понял, что если я буду именно здесь, на финальной гонке года, я уже ничего не теряю, я обязательно в любом состоянии дойду до финиша. И вот он в следующем году туда попал, он получил травму, и он шел пешком до финиша. Больше половины марафона, сказал, это были лучшие минуты в его жизни, вот эти тяжелые. Потому что он шел, его поддерживали любители, говорили: какой ты молодец. Ну, там, понятно, видно, что профессионал и внешне, и по номеру. Вот. Но его знают, он известный человек. Я не помню, это Ван Льерда или еще кто-то. Ну, какие-то из культовых личностей рассказывал это все. Ну, то есть, это такая, у каждого своя категория, как дойти. В этом, мне кажется, в этом весь кайф. Ну, вот, вот эта история, вот там себя сломать, и вот это тяжелейшее состояние, вот вы его и будете помнить всегда. Ну, вот, там себя найти. Так, да. Лекцию сегодняшнюю или что? А? Путь в чем? Просто давайте я... Ну, в каком? У меня... Я путь начинал, знаете как? Как вот все. А? В триатлоне? А я же рассказал. Это у меня была история про бег. Может быть, вы пропустили. У меня была история, как я начал бегать, а с бега начался триатлон. А если... Ну, дайте, поскольку я эту историю сказал, она связана просто там с эпизодом в Южной Африке. Все ее слышали. Это не очень... Да, и с этого начался бег. А триатлон получился очень просто. Мы ездили на велосипедах, такие же экскурсии, о которых я тоже рассказал. А потом у нас в компанию пришел человек, который всю жизнь прожил в США, ну и работал там в компании Walmart известной. А в США, ну, триатлон, это уже был тогда культ, Ironman. И мы как-то сидели за обедом, он приходит и говорит: слушайте, ну вот вы уже бегаете, вы уже на великах ездите, осталось добавить плавание. И получится очень крутая категория триатлон. Мы говорим: ну что это такое? Он говорит: ну вот есть длинный, короткий, там, послушайте, ну это очень интересно. Ну и, соответственно, ну вот он такую информацию принес, тогда это было настолько не публично, не активно, не в тренде. Мы думаем, ну надо, наверное, подорваться. Это было в конце 2008 года. Вот. И мы какой-то вокруг этого активности. Начали пытаться искать информацию, ее нигде нет. Соответственно, начали пытаться с кем-то говорить, никто ничего не понимает. Есть какая-то закрытая тема, называлась triathlon.org, клуб посвященных, но там попытались с ними пообщаться, они говорят: слушайте, вы какие-то упыри, идите отсюда.
ну ладно, ну тут тайное общество, там, союз меча и орала, мы только для своих, а вы кто? Мы никто. Люди, ну там, тогда неинтересно. Ну ладно, вот я не знаю, где они сейчас, да. Ответил, я просто не знаю, да? Можно, наверное, финальный вопрос задать уже. Вы такую ответственность на себя берете. Макс, слушай, вот модератор, я считаю, на будущее, и еще и в профессиональные зеленые цвета твои. Наши, да. Смогу ли я вот донести, так сказать, точно, так. Но является ли вот та свобода, которую вы шли, возможность говорить везде всегда правду? Угу. Хороший вопрос. Знаете, я думаю, что каждый человек, ну то есть говорю ли я всегда везде правду, я честно скажу, что нет. И если кто-то найдется, человек, который говорит всегда где-то правду, ну, я таких людей в жизни не встречал, но из тех, кого я очень сильно уважаю. Потому что всегда есть, ну, такие эпизоды в жизни, когда, в общем-то, ложь, она во благо. Ну, то есть ты как бы делаешь осознанно, тебе с этим очень тяжело, но ты с этим живешь, ну, и потом как-то из этого выходишь. Поэтому в основном, конечно, говорить правду легко и приятно. Ну, потому что не надо мучиться. Ну, потому что если есть история, вот она такая, больше никакая. Поэтому, когда тебя кто-то еще спросит, а ты будешь повторять ее по-другому, ну, там могут нюансы забываться, какие-то числовые характеристики. Но в целом суть остается, правильно? Вот, поэтому, если сама по себе жизнь честная, если ты все время с собой борешься, ну, от правды никуда не деться. Если ты от нее бежишь и как-то забиваешь это чувство, то очень сложная жизнь, она бывает иногда двухличная, иногда трехличная, там, иногда сознание вообще так... уходит в какой-то астрал, много личностей борется. Вот фильм «Сплит», которым сколько там личностей было, мы сейчас смотрели. Ну, это такой, да, 24, там, 24 вот этот в виде ужаса вот пришла в конце. Ну, то есть, какой-то кошмар. Но это патология такая. На самом деле она чем рождается? Ну, у человека, у любого из нас есть понятие когнитивного диссонанса. Всем знакомы, что такое когнитивный диссонанс? То есть мы все консерваторы сами по себе. Да? Ну, то есть мы пытаемся не повторять своих ошибок. Но это нас делает людьми... ну, неспособными развиваться. То есть, когда мы считаем, что мы знаем, и наш мозг говорит, не повторяй свои ошибки, не повторяй, вот делай так, мы не способны на новации. Но не все могут быть Илонами Масками, правильно? То есть, если мы сейчас тут все захотим повторить путь Илона Маска, ну, с вероятностью близкой к 100%, у нас будет big failure такой. То есть, мы никуда от этого не денемся. Ну, просто мы читаем историю успешных предпринимателей, а еще 100 тысяч рядом, и которые хотели быть похожими, и это трагедия. Соответственно, я говорю про то, что ну, там, мозг, он так устроен, что мы постоянно боремся и пытаемся себя бодрить на эту борьбу. И вот когда мы ее можем контролировать и честно отвечать себе на вопросы, какое начало сейчас побеждает, и как нам стимулировать свои лучшие качества в той или иной категории, то есть как бы опыт, да, важно, развитие, да, безусловно, и надо уходить от опыта, надо пытаться опровергать какие-то истины. А я вижу массу людей, с которыми я начинал бизнес, они тем же самым занимаются. То есть вот они точно, вот мы как бы развивались вместе, вместе чему-то учились, но я был лидером духовным, они проходят 15, иногда 20 лет, люди делают все то же самое, они очень боятся ошибиться. Нету рядом кого-то, кто будет взрывать ситуацию, не за кем идти, а сам человек на это не способен. Вот. В этот момент много он себе врет, он врет себе обо всем. Он врет, что он правильный, что он успешный. Он не хочет со мной общаться, потому что когда он будет со мной общаться, мы будем совершенно на разных категориях общаться. Он будет закрываться. Люди начинают бояться, они боятся сами себя. Вот. Но у каждого это свое состояние. То есть как бы кому-то в этом очень некомфортно. Понимаете мою мысль, направление? Вы не врете все-таки, да? Ни в коем случае. То есть в обществе там где-то как надо по данной ситуации вы себя ведете, да? Как лучшую ситуацию вывести на себе и может быть там слукавить, скажем так, приходится по бизнесу. Ну вот для меня это очень похожая категория, которую я сегодня коснулся, вообще вопроса относительно того, что если мы уходим от проблем, мы себя очень сильно обманываем. Я это сказал. Для меня это очень большое вранье. Мы себе врем, что проблемы нет, и забиваем на нее, и думаем, что она как-то разрешится. Вот. Вот это все отсюда. То есть если ты честно эти проблемы встречаешь в лицо и понимаешь, что надо с ними работать, и их координируешь, ну... все должно быть нормально в конечном итоге. Да, будет тяжело, но в конечном итоге все вырулится, все будет нормально. Потом себя начинаешь уже по какому-то объему этих возможностей, то есть решать определенное количество проблем в единицу времени, как-то настраивать, да, чтобы лишнее не брать. То есть надо учиться говорить «нет» очень часто большому количеству инициатив, надо сосредотачиваться на главном. Но есть масса истин, про которые мы можем поговорить, наверное, не в этот раз, но в том, что человек помогает быть очень честным.
с самим собой и с обществом вокруг. Вот. Но путь лжи и там, неправды, мы видим его везде. Да? То есть двухличных людей в политике, в бизнесе мы тоже видим очень часто. Но они все вокруг нас. Алексей, да. Наставник. Наставник? Духовный и по бизнесу. У меня есть духовник, бывший библиотекарь Троицы Сергиевой Лавры, отец Каранит, который сейчас живет в своем ските. Он черный монах. Вот. С ним можно поговорить о массе всяких интересных вещей, которые просто, скажем так, как они говорят, миряне, они просто об этом даже подумать не будут. Потому что столько суеты каждый день, столько всего происходит, что истинные какие-то вопросы, ну, даже самые простые, они ну, куда-то там уходят, растворяются, и мы не думаем о важном. Я ни в коем образом не говорю, там, набожность, там, я не хочу ее вперед выставлять. Это, ну, иногда это важно, это как больше тоже такое направление мысли. Ну, кстати, в последнее время мало общаемся, как было больше. Сейчас мне, может быть, не требуется вот эта вот энергетика. Но это важно, да. Алексей, спасибо за интересную беседу, рассказ. Но вы берете на себя обязанность быть заключительным вопросом, потому что уже, да, уже, да, 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 да. Он тоже очень важным. Видно, что вы являетесь наверняка для сына примером. Ну, я не знаю. В какой семье вы росли, да, потому что у Максима отличный старт сейчас, вы ему даете, в первую очередь, наверняка образование. Вот, в какой семье вы росли и кто был для вас примером? Вот, угу. Отличный вопрос. В возрасте примерно такой, как сейчас у Макса. Угу. Вот, и еще такой маленький резюме. Многие успешные люди, они часто ну, не оставляют там какой-то материальных ценности своим сыновьям, а дают только образование, а дальше иди сам зарабатывай. Придерживаетесь ли вы такой взгляд? Сейчас он узнает. Вопрос. Ты сейчас уже в институт поступил, да? Нет. А, и какие планы вообще на будущее? Ну, давайте с Макса начнем. Рассказывай, мне интересно самому. У меня сейчас план, соответственно, получить русское образование среднее. Полноценное сдать ЕГЭ, и в следующем году мне будет идти полноценная подготовка к поступлению в иностранный университет. Это аналог колледжа, да. По английской схеме. Это 12-й год нашей школы. Система называется международный бакалавриат. И с ней можно, соответственно, поступить в иностранный университет, в Англию. Ну, расскажи, какой у тебя, в какие вузы ты хочешь. Расскажи все. У меня цель поступить в Лондон, в топовые экономические университеты. Это либо UCL, University College of London, потом это LSE, London School of Economics или King's College. Вот. И, соответственно, должность либо больше связана с бизнес-менеджментом, либо с accounting and finance категории. Вот. Сейчас как раз это очень интересный вопрос. Я хочу со всеми поделиться, это очень важно. Я считаю, что все, у кого есть дети или родственники, которые там, думают о своих детях, прошу всех внимательно пересмотреть подход к узкому образованию. Я был всегда фанатом, у меня старший сын получал специальность в London School of Economics, Accounting and Finance. Это очень узкое, как бы, ну, по-русски бухгалтерия и финанс. То есть это очень узкая направленная категория. То есть как бы человек за 3 года становится суперспецом, то есть он в 20 лет уже имел диплом с высшим таким вот образованием, которое везде востребовано, предложение от всех топовых банков, получил, ну, с точки зрения денег, великолепный оффер, будучи совершенно молодым человеком. Сейчас он в 26 является первым вице-президентом Барклайс во всем мире в этом возрасте. Вот. Это, с одной стороны, мы можем сказать, это вроде бы правильный выбор. Давайте так вот узко, но очень супер. Да? Сейчас, поскольку все подвергается сомнению, нет стандартных профессий. Все говорят о финтехе, говорят о том, что финансовые технологии вытеснят стандартный банкинг. Читаете Грефа, он говорит, так, ребят, через сколько там, я не помню, 15 лет или там 12 лет, что половина сотрудников банка будут уволены. Сейчас 245 тысяч работает в Сбере по всей стране. Соответственно, там больше 100 тысяч потеряют работу, потому что на смену людям придут финансовые технологии. То есть вот эти стартапы, которые сейчас в разных историях существуют, начиная от криптовалют, заканчивая какими-то аппликейшенами, да, сложными программами, позволяющими решать массу вопросов, даже какие-то там консультанты, онлайн-боты, которые помогают клиентам принимать правильные решения, доступ к онлайну, разрешение электронной подписи, возможность передавать клиента без физического доступа в банк, там, то, что Тинькофф развивает. То есть вообще всю индустрию поменять. То есть зачем учиться классическому, если этого не будет?
Поэтому, когда, там, условно говоря, год назад я был уверен, что Максу надо обязательно вот это, узко, потому что это очень успешно, это четко считать направить. Считаю, друзья мои, давайте сейчас так. Чем более широкое образование, чем больше навировано в этом курсе, туда надо смотреть, чем меньше там академических и более, больше прикладных знаний, которые закладывают молодым людям возможность получать эту информацию и анализировать ее, нежели там просто зубрить академические данные. Но вот сейчас у нас финансовая академия до сих пор на книжках Внешэкономбанка СССР работает. Боже мой, кому это вообще нужно, это образование? Ну, приходит человек, у него диплом финансовой академии. Для меня это вообще не кандидат. Вот я там являюсь большим работодателем. Мне это вообще не интересно. Ну, МГИМО, ладно еще, высшая школа экономики. Но если он там приходит на какой-нибудь там факультет философии, финансовой академии, ну зачем это вообще этот специалист нужен? Не, что он будет философствовать, там где-то сидеть, о том, о чем философствовали в СССР? Я вообще не понимаю, к чему это, да? Ну так называется. Да, ну то есть это, смотрите, я действительно считаю, это очень важный вопрос, он очень-очень актуальный, если об этом думать, ну как бы общаться об этом с детьми, чтобы они рассуждали, как выглядит, ну вообще, скажем так, вот будущей профессии нами воспринимается, наверное, через какие-то клише. Вот это есть аура этой профессии. Там, когда мы были детьми, мы хотели быть космонавтами, там, шлем иметь, там, танкистами, чтобы тут уши такие были, куда-то ехать на танке. Ну, то есть, это как сказать? Ну, должно быть ощущение, то есть какая-то визуализация этой профессии. То есть, когда ты говоришь банкир, никто себя бухгалтером вот в таких закатанных рукавах не представляет, правильно? Вот. Ну или человеком, который там носильщик золота, который тоже в банке работает, его таскает, там грузит каждый день. Но он тоже вроде на банкира не похож. А это 90% работающих в банке людей. Ну, то есть они тоже в банке работают, как бы, да. Но сама вот аура этой профессии, она не такая. Поэтому там то, что мы представляем, что есть на самом деле, очень часто не соответствует действительности. Люди, которые стремятся быть банкирами и всю жизнь сидят в оперкассе, деньги считают, но имеют эти дипломы. Это как бы не о том. Но, соответственно, много стереотипов. И, как бы, наверное, самый главный подход в том, что да, к сожалению, наша система образования, наша академическая система, она очень сильно отстает. Я сейчас отслеживаю все новые правильные, такие очень крутые курсы, скажем, бизнес-образования, которые есть только в Америке. Это MIT, это Гарвард, это Кембридж. Вот, то есть ты должен, ну, как бы понимать, что там рождается знание, потому что все те, кто зарабатывает деньги, делают бизнес, там, всякие Илоны Маски, они там читают лекции, они туда приходят знаниями, а эти знания там пытаются запаковывать во что-то академическое, что можно прикладным образом дать молодым студентам. Это же круто. Конкурс, 200 человек на место, поступи в MIT на какую-нибудь профессию. Вообще невозможно. Ну, да, все хотят, но потому что там действительно знания дают. Вот тогда об этом стоит думать. То есть, может быть, лучше целенаправленно к чему-то идти, взять широкое образование и услышать о том, что на самом деле происходит, ну, чем просто говорить, я вот хочу, там, ну, я вот, ну, вот пойду вот, вот сюда, ну, я не знаю даже, в текстильную академию. Это зачем? А что за этим-то? Ну, просто диплом о высшем образовании. Но поскольку мы об этом много думаем, ну, вот со старшим сыном мы вообще объехали все вузы в Великобритании, посмотрели, поговорили со студентами, с преподавателями, ну, чтобы тоже понять, как вообще процесс устроен, в чем будет ребенок находиться. Раз уж коснулись этого вопроса, так подробно там прошлись. Очень внимательно надо к этому относиться. А еще два вопроса я уже забыл. Какие они? Коротко отвечу. Наследство и семья. А, ну, смотрите, да, ну, может так. У меня бабушка, я начну с прародителей. Бабушка Страхова Марина Алексеевна, она была директором школы номер 16. Вот, в районе текстильного института, так, сейчас текстильной академии находившейся, была директором этой школы, куда я пришел в первый класс. Мне было очень круто, как бабушка директор школы. Я был на особом положении. Но когда я уже пошел в третий или в четвертый, сейчас не помню точно класс, по-моему, переходил как раз, а ее пригласили возглавить Октябрьский отдел, районный отдел народного образования, Октябрьское РАНО, что было очень круто. Она была мега-учителем истории. И она получила такую уже знаковую, скажем, министерскую должность. Соответственно, она была историком. Вот. У нас было дома очень много исторических книг. Мне было очень интересно читать историю Древнего Рима. И до сих пор все, что Макс знает, связано с историческими фильмами. Я с удовольствием там зачитываюсь Акуниным, который пишет, ну, совершенно непрофессионально, но безумно интересный подход и взгляд, альтернативный взгляд на историю. Там берет разных классиков там, и там, пытается только фактами оперировать. Но мне это очень интересно. Соответственно, это от бабушки. Дедушка у меня был ректор текстильной академии, собственно, поэтому так все получилось. Титов Анатолий Дмитриевич. Он был известным шахматистом одновременно и входил в Союз художников РСФСР. Писал акварелью. Ну, тоже так. Ну, выставлялся, были работы.
отец с нами не жил, вот, но он занимался там торговыми представительствами России в Японии. А мама была известным сотрудником Академии наук СССР, занималась вычислительной математикой. Вот такое. Вот вся семья с музыкальным образованием еще, к тому же, я только один бесталанный. Соответственно, никогда этого не хотел. Вот. Ну, в целом, о наследии нормально? Не-не, непонятно все-таки, кто лидирующий авторитет был. А, по поводу лидеров? Кто примером таким, ну, который, за которым хотелось идти? Никого из семьи. Значит, я в 16... Нет, я в 16 лет вообще решил жить один, от всего отказался. Я сам начал зарабатывать спекуляцией, там, какими-то ужасными вещами. В Советском Союзе это была вообще статья. Но до валюты дело не дошло. По-моему, 4-я статья Уголовного кодекса у нас была. Но где-то на грани уже валютных операций находился. Потому что это очень большой доход сулило. Но что-то покупал, продавал, выставлял в комиссионные магазины. Еще тогда мою будущую жену заставлял. Там можно было на паспорт сдавать 10 часов. Скупали у югославов часы там где-то. Там, пачками на вес. Возили в комиссионные магазины. Маржа сумасшедшая. Потом челночество началось. Сначала Польша, 91 год. Потом Турция, 92. Потом Арабские Эмираты, конец 92. Потом Южная Корея. Ну, все очень интересно было. То есть вот это никакого отношения к лидерству в моей семье. Ну, то есть я... Почему-то я безумно не хотел быть и заниматься вычислительной математикой или сидеть и заниматься педагогикой. И когда, ну, естественно, по блату дедушки меня просто зачислили на экономический факультет текстильной академии, я уже сдал туда документы, я подумал, боже мой, что со мной будет? А в этот день был матч ЦСКА-Спартак. Я безумный фанат ЦСКА, я просто там, для меня это моя жизнь. Вот. Для меня это просто моя жизнь, соответственно. Я считаю, там, для меня это такая важная история. Тогда пошли. ЦСКА тогда дико лил всем подряд. Мы в очередной раз проиграли Спартаку и решили после этого забухать. Вот. И мне говорят, слушай, куда ты пойдешь? К этим женщинам, какой-то текстильный. С утра забирай документы, поедем в МИРА. Самый московский вуз, все там. Ну, я вот так вот совершенно спонтанно принял решение. Вот, согласиться с этим доводом и подал, зачем забрал документы, никому ничего не сказал, на меня все обиделись. Вот. И пошел сдавать экзамены без всякого блата. Вот. Почему в МИРА? Потому что была бронь только в 6 тогда, чтобы в армию не идти, было только 6 вузов утверждено. Не хотелось 2 года терять. Ну вот, в принципе, все. Спасибо.